Джой Адамсон. Птица бросает вызов. Перевод с английского. Москва, издательство «Мир», 1974 год. Несколько слов от автора. Ввиду того, что контакт с Пиппой предоставил уникальные возможности изучения жизни гепардов на свободе, руководство национального парка Меру в Кении разрешило мне продолжить наблюдение за гепардами, о которых я уже писала в книге «Пятнистый сфинкс», и за новыми детьми Пиппы, четвертый помет. Адамсон, «Пятнистый сфинкс», издательство «Мир», 1972 год, примечание редакции. Таким образом, я получила возможность сравнить их развитие с развитием предыдущего помета и установить, насколько мои прежние наблюдения типичны для поведения гепардов. Кроме того, я надеялась узнать, как Пиппа будет вести себя при встрече со своим прежним семейством, в одиночку или с детенышами, в тот период, когда она еще не рассталась со своими теперешними детьми. И, наконец, мне могла представиться возможность узнать, как она распределяет охотничьи участки среди своего разросшегося семейства, и как все они будут выбирать себе пару. Так появилась книга «Пиппа бросает вызов». Джой Адамсон. Глава первая. Четвертый помет. И вот уже вскоре Пиппе в четвертый раз предстояло стать матерью. А я, как обычно, внимательно следила за ней. Она пропадала целых 4 дня, поэтому можно себе представить, как я обрадовалась, когда она пришла к нам в лагерь к вечеру 13 июля 1968 года. Она появилась со стороны равнины, где ее первые малыши увидели свет, и всего через 13 дней были убиты гиеной. Теперь эта равнина заросла непроходимым кустарником и вовсе не подходила для воспитания детенышей, ни крупных животных, вроде Пиппы. Подстерегали здесь естественные ловушки. Но, к моему немалому удивлению, она провела в этих местах последние недели, и, хорошенько поужинав, вновь отправилась именно туда. Мы с Локалем прошли за ней полмили, но затем она уселась и ни за что не хотела двигаться с места. Когда я погладила ее, провела рукой по набухшим от молока соскам, она перевернулась вверх брюхом. Вдруг я увидала, что на нас надвигаются 4 слона. Ничего не поделаешь, пришлось спасаться бегством. Оглянувшись, я увидела, что серые гиганты идут прямо на Пиппу, а она, как всегда, даже ухом не повела. Сегодня это меня озадачило, ведь по ее состоянию было видно, что ей предстоит родить в ближайшие 2 суток. Последние 5 дней слоны бродили поблизости от лагеря, и, несмотря на наши попытки от них избавиться, срывали ветки с деревьев возле хижин, как будто во всем огромном парке именно эти деревья казались им особенно аппетитными. На другой день Пиппа исчезла. Целых 9 дней она не показывалась. До сих пор она никогда еще не скрывала от меня новорожденных так долго. Мы вдоль и поперек исходили равнину, на которой видели ее в последний раз, но не обнаружили никаких признаков ее присутствия. А 23-го я вдруг увидала ее на возвышении за лагерем, где я обычно ставила свой лендровер. Долго и внимательно осматривала она местность, и эта осторожность очень меня порадовала. Пиппа, та самая Пиппа, которая в детстве чуть не сделала завсегдатаем ресторанов в Найроби, теперь вела себя как настоящее дикое животное. Впрочем, дикие гепарды в заповедниках Амбасели и Найроби так привыкли к восторженным туристам, что запросто вскакивали в машины и даже позволяли себя гладить. Мне не нужно было другой награды за то одиночество, на которое я сама себя обрекла, чтобы посетители не тревожили Пиппу с самого начала ее жизни на свободе. Вот она, моя лучшая награда, Пиппа, настороженно высматривающая, нет ли поблизости чужих. Окончательно убедившись, что все спокойно, она подошла к нам попросить мяса. По ее аппетиту можно было судить, как она проголодалась. Я заметила, что она страшно исхудала.
Насытившись, она отправилась обратно по своему следу вдоль дороги к скале Леопарда, минуя ту равнину, которую мы обыскали в поисках детской. Был полдень, и стояла сильная жара, но Пиппа свернула в заросли только через 2 мили. Затем она прошла около 500 ярдов в направлении речки Мулики. Она осторожно принюхалась и повела меня и Локали к кусту медоносной акации. Такую акацию «погоди немного» она всякий раз выбирала для устройства детской. Там, в глубине куста, я увидела 4 малышей. У 2, более крупных, глазки были уже открыты. У детенышей из предыдущих 3 пометов глаза открывались на 10-11 день, и я предположила, что этим малышам всего 9 дней. Следовательно, они родились 15 июля. Глядя, как пушистые крохотные зверята на непослушных лапках подползают к соскам Пиппы, я не могла сдержать улыбки, ведь ей опять удалось нас одурачить. Так старательно она притворялась, что непременно устроится на равнине, в полумиле от лагеря. А на самом деле, как только мы ушли и оставили ее рядом со слонами, она преспокойно встала и удрала сюда. Трава здесь была невысокая, признаться, трудно подыскать лучшее место для воспитания новорожденных. По всей долине разбросаны колючие кустарники. Но место достаточно открытое, так что легко заметить приближение опасности. До обеих речек, Васаронги и Мулики, не больше 15 минут ходу, и от дороги логово хорошо укрыто, хотя Пиппа слышала шум проезжающих машин или приближение львов. Они часто пользовались этой дорогой, но всегда заблаговременно предупреждали о своем присутствии ворчанием и пыхтением. Я смотрела на семейство. Малыши сосали изо всех силенок, глубоко зарываясь мордочками в мягкий живот Пиппы. А она то и дело поворачивала, чтобы им было удобнее сосать. Я никак не могла оторваться от этой мирной картины, но пришлось возвращаться домой. Теперь Пиппа уже знала, что мне и Локалю вполне можно доверить новорожденных. И когда вечером мы снова пришли, она даже не встала, и все время, пока мы ими любовались, продолжала кормить малышей. Если судить только по размерам, то в помете было 2 самца, но, разглядев кожистые наросты величиной с боб, расположенные треугольником, позднее здесь разовьются половые органы самцов, я обнаружила, что на самом деле их 3. Если это подтвердится, то Пиппа неплохо поддерживает равновесие. Во 2-м помете было 3 самочки и 1 самец. В предыдущем семействе мне не удалось изучить отношения между самцами и самками. Маленький Дьюме погиб всего 5 месяцев от роду. Я надеялась, что теперь Пиппа с моей помощью вырастет 4-й помет без потерь. Помня по печальному опыту, как легко ломаются хрупкие косточки молодых гепардов, я решила добавлять витамины в пищу малышей, как только они начнут есть мясо, чтобы застраховаться от таких несчастных случаев. Раньше я начинала подкармливать малышей слишком поздно, не зная, как это важно. Теперь я пыталась помочь Пиппе и прибавляла в ее рацион по 15 граммов лактата кальция ежедневно в течение всей беременности и до тех пор, пока она не кончит кормить. На следующее утро я позвала Пиппу издалека, чтобы сообщить о нашем приходе. Она вышла из-за куста и прошла около 100 шагов до тенистого дерева, где мы ее кормили. Она с жадностью потянулась к воде, а к мясу почти не прикоснулась. Вскоре она стала принюхиваться и повела меня обходным путем по ветру, пройдя примерно 300 ярдов до логова. Малыши подняли заспанные мордочки, но очень шустро разыскали соски, едва Пиппа улеглась, вылезав всех по очереди. Мы вскоре ушли и вернулись ненадолго уже во 2-й половине дня, чтобы напоить Пиппу. Ее очень мучила жажда. Должно быть, она не решалась оставить малышей и сбегать к реке напиться. На следующий день все малыши открыли глаза и, моргая, уставились на меня, намочили носы и зашипели. Я уже знала, как дикие детеныши гепарда относятся к присутствию чужого, понимая, что существо другого вида может быть враждебным. Но вот что интересно,
ведь до сих пор они понятия не имели о том, что такое опасность. Заинтересовало меня и то, что Пиппа вдруг перестала доверять нашему старому другу Стэнли и не желала подходить к еде, пока он был поблизости. А раньше она всегда, не теряя времени и даже не поздоровавшись со мной, шла прямо к нему, конечно, когда он нес корзину с мясом. Мне было жаль, что с бедным малым так сурово обходится, но я вспомнила, что в первые дни после родов Эльса вела себя точно так же. Ни один из двух ее друзей-африканцев не смел даже появиться на горизонте. Стэнли очень добродушно отнесся к этому временному охлаждению и по-прежнему, несмотря на ее рычание, таскал Пиппе мясо и воду, а это была нелегкая ноша. С каждым днем Пиппа все дальше обходила логово на обратном пути, причем всегда старалась, чтобы ветер донес ее запах до детенышей. На 13-й день она перенесла их в другое место под тем же кустом, а на следующий день опять переместила. Но только через 2 дня она переехала под другой куст в 10 ярдах от первого. Я не могла понять, почему она так осторожничает, ведь второй и третий выводки она перетаскивала по нескольку раз в первые 11 дней, когда у них еще были закрыты глаза. Новый дом оказался гораздо просторнее прежнего, и малыши резво ползали, не натыкаясь на колючие ветки. Пиппа не спускала с них глаз. И стоило одному из четверки отправиться в небольшое путешествие, как она мгновенно затолкала его обратно и дала шлепка. Как-то утром, когда Пиппа сидела под соседним деревом и осматривала окрестности, я попыталась определить пол детенышей на ощупь, но в густой пушистой шерстке мне было трудно установить разницу. Тем не менее, я по-прежнему считала, что в помете 3 самца, причем один из них гораздо мельче самочки. Я воспользовалась возможностью и потрогала их коготки, чтобы проверить, правда ли, что в этом возрасте они втягиваются. По крайней мере, работники Крефельдского зоопарка утверждали, что в первые 10 недель когти у гепардов стяжные. На предыдущих детенышах Пиппы я не смогла проверить эти данные, но теперь решила удостовериться окончательно и убедила, что когти у маленьких гепардов не стяжные. Когда малышам исполнилось 17 дней, я впервые услышала их тоненькое чириканье, на которое Пиппа сразу же отозвалась. 1 августа Пиппа явилась, как обычно, к тенистому дереву, и пока она ела, я пошла взглянуть на детенышей. Они крепко спали. Потом я последовала за Пиппой к речке Васаронги. Там она отыскала мелкое место, где можно было напиться, не опасаясь, что в тебя вцепится крокодил. А оттуда длинными прыжками понеслась к дороге и хорошенько выкаталась в пыли, после чего, не торопясь, прошла по широкой дуге обратно к детям. «Почему она так спокойно?» — думала я. «Неужели знает, что они еще спят?» Детеныши проспали после нашего возвращения около часа, а мы с Пиппой сидели поблизости. В последнее время Пиппа поджидала нас на дороге. Заодно она принимала там утреннюю пыльную ванну. Это мне не нравилось. Меня не так уж пугали машины, а вот хищники могли почуять запах Пиппы и выследить ее логово. Однажды утром я окончательно расстроилась. Через мой лагерь проходил свежий след 3 львов и шел вдоль дороги целую милю прямо к логову Пиппы. Но она преспокойно ждала нас у тенистого дерева, а потом, наевшись, повела к новой детской, расположенной дальше от дороги. Место было гораздо укромнее прежнего. Я смотрел на малышей, ползающих в кустах. Они частенько натыкались друг на друга или кувыркались. Потом Пиппа стала кормить их, а мы пошли домой. Не успели мы отойти и на 500 ярдов, как навстречу нам попались 3 льва. Мы остановились и поглядели на них. И тут они бросились с дороги на равнину, а ведь там чуть подальше была Пиппа с малышами. Мы встревожились и постарались заставить львов повернуть в другую сторону. Должно быть, это нам удалось, потому что на следующее утро мы нашли наше семейство под тем же кустом, и, судя по всему, Пиппу никто не беспокоил, кроме бабуинов, чей лай слышался невдалеке. Она не стала есть мясо под тенистым деревом,
едва прикоснулась к нему, когда я подтащила еду ближе к логову, и поминутно тревожно озиралась. Как ни странно, на другое утро она перестала обращать внимание на бабуинов, хотя они все еще держались поблизости, и даже надолго ушла от спящих детенышей, чтобы поразмяться. Пока ее не было, я осмотрела их зубки и обнаружила, что нижние резцы и клыки уже совсем большие. В этот день малышам исполнилось 3 недели. Через 2 дня прорезались верхние резцы и клыки, а Пиппа тем временем переселила их ярдов за 250 в крохотный кустик, который почти не давал никакого укрытия. Правда, малыши уже кое-как передвигались без ее помощи, но все же расстояние для них было великовато. Мне было совершенно непонятно, с какой стати Пиппе так приглянулся этот убогий кустик, особенно когда я и в следующий раз нашла семейство там же. Пиппа была очень встревожена, потому что рядом бродили 2 льва, следы которых мы видели на дороге. Один маленький гепард вдруг обнаружил мое присутствие и стал недоверчиво меня рассматривать, а потом решил встать на защиту своего семейства и загородил их всех своим телом. Он не спускал с меня глаз, пока мы не ушли. Вернувшись в лагерь, я получила записку от Джорджа. Он видел одну из дочерей Пиппы и писал, что если я потороплюсь, то он сможет мне ее показать. Я немедленно выехала, и мы с Джорджем поехали к тому месту, где он видел ее вчера. Мы остановились на равнине возле Роя-Веру, примерно в 3 милях от его лагеря. Очевидно, молодая самочка расширила свои владения. Раньше мы встречали Уайти и Тату ближе к лагерю. Джордж рассказал, что он, разыскивая своих львов, забрался на машину и звал их, одновременно осматривая местность в бинокль, как вдруг появился гепард и уселся в каких-нибудь 20 ярдах от машины. Джордж хотел дать самочке мясо, но она не стала есть, значит, была не так уж голодна. Тогда он поставил перед ней тазик с водой и сделал несколько снимков, пока она лакала. Вскоре она исчезла. Джордж говорил, что выглядела она великолепно. К сожалению, в этот день нам так и не удалось найти молодую самочку, но потом я по фотографиям узнала Уайти. Я до сих пор была глубоко привязана к Мбили, Уайти и Тату, и мне очень хотелось узнать, как отнеслась бы к ним Пиппа. Пока они были маленькие, она души в них не чаяла, лизала их и баловала, нередко возилась и играла вместе с ними. И она проявляла неизменный такт и бесконечную мягкость, чтобы избежать ссор из-за ревности. Это было счастливое и спокойное семейство. Они всегда мурлыкали, стараясь прижаться друг к другу, и всячески выражали свою радость. А теперь жизнь Пиппы целиком была посвящена новым детенышам, и старшие как будто перестали для нее существовать. Должно быть, сама природа заботится о том, чтобы дикие звери постоянно размножались, и пресекает всякую связь между матерью и потомством, как только оно становится самостоятельным. Я всегда очень остро сознавала, что на многочисленные загадки, которые задают нам гепарды, необходимо найти верные ответы. И одно время даже пыталась отыскать настоящего ученого, который мог бы участвовать в моей работе и дополнять мои непрофессиональные наблюдения. Найти такого научного сотрудника мне не удалось, и пришлось самой пользоваться некоторыми приемами, которые мне указали ученые. Например, проводить целые сутки рядом с животными и тщательно отмечать все мелочи в их поведении. Но наблюдать за Пиппой ночью, не нарушая ее покоя, оказалось совершенно невозможно, так что пришлось ограничиться наблюдениями за жизнью гепардов только в светлую часть суток. Хорошо еще, что Пиппа к этому времени перевела малышей в большой куст, так что мне было удобно наблюдать за семейством, сидя рядом. К полудню жара становилась невыносимой. И хотя просвечивающая кружевная тень медоносной акации вполне устраивала гепардов, мне приходилось то и дело перебираться на новое место среди колючих ветвей, чтобы держать в тени голову, которая раскалывалась от боли. Вот уже целый час я лежала на животе, нос к носу с Пиппой, поглаживая ее, а она с мурлыканьем кормила своих детенышей.
как вдруг эту идиллию нарушил самолет. Он кружил над нами совсем низко, по-видимому, разыскивая меня. Гепарды тут же разбежались, и мне стоило немалого труда собрать обезумевших от ужаса малышей и вернуть их Пиппи. Немного погодя, мы услышали гудки машины со стороны дороги. Я попросила Локаля пойти узнать, что там случилось, и он принес мне записку от группы лондонского BBC, которая требовала немедленного интервью. Им нужно было сразу же вылетать обратно в Найроби. Их посещение было запланировано заранее администрацией заповедника. Меня же оно застало врасплох и положило конец моим наблюдениям с гепардами в этот день. Во рту у меня пересохло от жары, но я отвечала на все вопросы, а вот фотографироваться в своем измятом и грязном костюме наотрез отказалась. Мне ведь пришлось все утро переползать с места на место под колючими ветками. Конечно, больше всего приезжим хотелось поснимать гепардов, но мне удалось кое-как от этого отвертеться. Интервью пришлось дать волей-неволей, хотя это шло вразрез с моими принципами, но я еще больше укрепилась в принятом решении не допускать незнакомых людей к гепардам и избегать всякой рекламы до тех пор, пока работа не будет завершена. На следующее утро Пиппа ждала нас у дерева кормления, довольно далеко от куста, где нас вчера напугал самолет. Она, не торопясь, приступила к еде. Как вдруг подняла голову, услышав негромкие чирикающие звуки. Я бы ни за что не отличила их от птичьего чириканья, но Пиппа тут же бросила еду и побежала к своим малышам. Ей пришлось немало повозиться, чтобы собрать всех котят, которые решили пойти за ней, но разбрелись и запутались в густой траве. Самому крохотному из них пришлось хуже всех. Он совсем измучился, продираясь сквозь заросли. Я нашла его, увидела, как он запыхался, услышала отчаянный призыв на помощь и взяла его на руки. Впервые прикоснувшись к шелковистой шерстке, я едва удержалась, чтобы не приласкать малыша, пока несла его к тому кусту, где Пиппа уже собрала все остальное семейство. А нести надо было целых 50 ярдов. Это оказалась настоящая крепость из колючих ветвей, которые давали густую тень. Я обрадовалась такому чудесному логову. Но Пиппа, как видно, думала иначе. Она беспокойно кружила поблизости, потом приказала детям сидеть своим обычным таинственным способом и ушла искать более подходящее место. Вернувшись, она резким «пр-пр» приказала им идти следом. Удивительно приятно было смотреть, как малыши гуськом потрусили за ней, пробираясь замысловатыми зигзагами через травяной лабиринт, но тут самый маленький опять попал в беду, налетев на непреодолимое препятствие. На этот раз Пиппа тут же пришла на помощь и понесла малыша, ухватив за загривок, но то и дело роняла его, чтобы перехватить поудобнее. Наконец она вышла на место, покрытое редким кустарничком, где решила остановиться. Я считала, что это дрянное место. Здесь почти не было прикрытия от жгучего солнца, не говоря уж о хищниках. На этот раз Пиппа, видимо, была со мной согласна. Оставив детей под моей охраной, она отправилась на поиски хорошего укрытия. Ее не было минут 20, и котята стали скучать. Тут самый маленький подобрался и прижался ко мне, приглашая поиграть. Искушение было почти непреодолимое, и пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не поддаться ему. Но в разгар этой внутренней борьбы, когда я едва не спасовала, он ушел к другим малышам, и все уснули, сбившись в пушистый мягкий клубок. Было уже 10 утра, а в это время Пиппа всегда кормила детенышей. Часы ей были ни к чему, она отлично чувствовала время, и явилась точно минута в минуту. Но странно, вместо того, чтобы прилечь рядом с детьми, она прошла в дальний конец полянки и улеглась. Я погладила ее, она замурлыкала, радуясь ласке, но с места не тронулась. Я решила, что она хочет пить после долгой ходьбы, и пошла к дереву кормления, чтобы взять воду. Вернувшись, я не нашла гепардов. Долго заглядывала я под кустики, как вдруг увидела Пиппу ярдах в 300. Она шла прямо ко мне совершенно одна. Она так хотела пить, что вылокала всю воду до последней капли, а потом пошла в дрянной куст и засела в нем, как в крепости.
Никакими уловками я не могла заставить ее возвратиться к котятам, так что пришлось принять намек и уйти во свояси. Я ломала себе голову. Чем вызвано это неожиданное беспокойство? Может быть, она старалась спрятать от меня своих детей, потому что я прикоснулась к малышу? Или во всем виноват вчерашний самолет, который напугал ее, когда с громким ревом низко кружил над логовом? Как бы то ни было, мне нужно было снова добиваться доверия Пиппы. Ведь и в том, и в другом случае виноваты все равно были мы, люди. Глава вторая. Как опасно доить африканскую гадюку. Не успели мы вернуться в лагерь, как над нами снова закружил самолет. Сделав несколько кругов, он направился в сторону Кенмера. Посадочная полоса была в 2 милях от нас, и я поняла, что мне нужно ехать встречать вновь прибывших. Я догадалась, кто к нам прилетел. Не так давно ко мне обратилась американская фирма стереофотографий Sawyer Viewmaster, которая просила помочь в выпуске новой серии снимков африканских животных в память Эльсы. Большинство фотографий должен был сделать известный фотограф-анималист Алан Рут, а я собиралась прибавить к ним свои снимки Пиппы с детенышами. Но ни я, ни Алан Рут никогда раньше не фотографировали стереокамерой, и поэтому фирма командировала в Кению своего главного фотографа Фреда Бенниона, чтобы он научил нас обращению с аппаратом. Я знала, что Фред Бенниона только что прибыл в Кению. На аэродроме я встретила не только Бенниона. С ним прилетели Алан Рут, его жена Джоан и пилот Ян Типпет, который часто пилотировал их собственный самолетик. Я очень обрадовалась Алану и Джоан. Мы с Джорджем знали их много лет и всегда с интересом следили за их работой. Они искренне и неподдельно увлекались дикой природой и уже сделали великолепные фильмы и фотографии для разных заказчиков. Часто они работали без всякого заказа, как свободные художники, и в последние несколько лет успели объехать весь мир. Мы довольно давно не видели друг друга, и мне не терпелось выслушать последние новости, но к моему огорчению оказалось, что они сегодня же собираются обратно в Найроби. Пока в нашем лагере готовился завтрак, я уговорила гостей остаться переночевать. Фред Бенион добирался сюда за много тысяч миль из штата Орегон, только для того, чтобы научить меня обращению со стереокамерой. Так неужели он не может потратить немногим более 3 часов, чтобы погостить у меня и заодно смотреть заповедник Меру? И Алан Рут с женой тоже никогда здесь не бывали. Короче говоря, уговоры помогли. И на этот же день мы назначили посещение Джорджа и его львов. Пока Фред Бенион показывал мне камеру, Алан и Джоан пошли погулять. Когда они возвратились, я застыла от ужаса. Правую руку Алана обвивала огромная африканская гадюка, которую он держал сзади за шею, чтобы она не укусила. Нет, я никогда не выдавала себя за любительницу змей, а тем более африканский гадюк. Это один из самых смертоносных видов в Африке, и не только потому, что их яд действует очень быстро. Дело в том, что эти змеи жалят молниеносно, хотя обычно они столь медлительны и неповоротливы, что не всегда успевают удрать от опасности. Увидев, как я испугалась, Алан стал меня успокаивать, уверяя, что водится со змеями с детства, а потом принялся рассказывать, как он ловил их, прижимая к земле раздвоенным сучком, а потом хватал за голову. Подошли Локаль, Стэнли и повар. Они остановились, пораженные ужасом, с широко раскрытыми глазами и ртами. Я сказала им в шутку, что Бвана Рут — маганга, то есть колдун, который умеет обращаться со змеями. Тут уж глаза у них чуть не выпрыгнули из орбит. Алан решил показать мне, как выдаивают яд. Я никогда этого не видала. Я быстро достала свою кинокамеру и засняла эту удивительную процедуру. Сначала Алан всунул небольшую палочку между челюстями, чтобы змея не закрывала рта. Меня поразило, что верхние и нижние челюсти могут расходиться почти под прямым углом. Потом он отодвинул складку кожи, прикрывающую один из верхних зубов в состоянии покоя.
Как только показался ядовитый зуб, с него потек мутновато-белый яд, и накапало должно быть не меньше столовой ложки. Тогда Алан выдавил весь яд из второго зуба. По крайней мере, нам казалось, что он совершенно пуст. Тем временем Алан устал держать на весу тяжелую змею и выпустил ее, уверенный, что яда у нее не осталось ни в одном зубе. Она тут же поползла к ближайшему укрытию, им оказалась наша столовая. Алан бросился за ней, чтобы не дать ей заползти в дверь, попытался схватить за шею без раздвоенной палки и промахнулся. Опять схватил, и снова ему не удалось поймать змею. Когда же он дотронулся до нее в третий раз, змея повернула голову и цапнула его за указательный палец правой руки. Я бы ни за что не поверил, если бы мне сказали, что змея, тем более африканская гадюка, может повернуть голову молниеносно и к тому же в направлении, противоположном ее движению. Пока мы суетились вокруг бедняги Алана, змея вползла в хижину и забралась как раз под шкафчик, где у меня были противозмеиные сыворотки и шприцы. У меня в запасе была сыворотка из Пастеровского института и еще одна из ФРГ. Я спросила Алана, какую ему ввести, а он заявил, что все сыворотки вызывают у него аллергию, и отказался от укола. Он уверял нас, что весь яд из зубов уже выдаен, и то ничтожное количество, которое попало в рану, само по себе рассосется. Надо только немного полежать. Но все же попросил нас наложить жгут, и мы каждые 20 минут ослабляли его. Алан был главным знатоком змей среди нас, и мы слушались его беспрекословно. Он лег в кровать, а мы сидели рядом и слушали его рассказы. Его жена тем временем изучала инструкцию, приложенную к сыворотке, а я давала ему чай с глюкозой, потому что его мучила жажда. Хотя Алан уверял нас, что он вот-вот встанет и поедет с нами к Джорджу, я с тревогой смотрела на его руку, которая распухала прямо на глазах. Но когда я посоветовала ему лететь в Найроби, он об этом и слышать не хотел, и упрямо твердил, что заночует здесь. Должно быть, он настаивал на этом, чтобы остальные все же могли съездить к Джорджу. Заставить его лететь в Найроби на его же собственном самолете я не могла. Но тут, к моей несказанной радости, показался лендровер, а в нем Нильс Ларсен, один из наших друзей-летчиков. Ему часто приходилось привозить к нам гостей. Зная, как трудно хранить здесь свежие овощи и фрукты, этот славный человек привез мне целую корзину с виноградом и другими лакомствами. Нильсу нужно было сразу же вылетать с клиентом обратно в Найроби. Мне показалось, что его послала сама судьба. Я быстро отозвала его в сторонку, объяснила, в чем дело, и он предложил немедленно забрать Алана и Джоан. Тут уж мы не обращали внимания на возражения Алана. И вскоре он с женой отбыл вместе с Ларсеном. На всякий случай мы дали им с собой сыворотку. У меня камень с души свалился, когда они уехали. Я чувствовала, что Алан бодрится, а на самом деле ему было гораздо хуже, и он просто старался показать, что ему все нипочем, во-первых, чтобы не распускаться, во-вторых, чтобы не портить нам прогулку к Джорджу. Мы знали, что сделали для Алана все, что могли, и поэтому решили все же поехать к Джорджу. Перед выездом Ян Типпет совершил подвиг и изловил гадюку. Но он потребовал, чтобы ее оставили в живых, и мы посадили ее в картонную коробку и выпустили по дороге. Когда мы ехали, прямо перед нами из кустов вышли три антилопы. Это были малые куду, самые очаровательные пугливые существа, и остановились, словно позируя для фотографии. Попались нам также жирафы, буйволы и множество мелких животных. Дорога вела сквозь рощицы пальм-дум, а потом по широкой открытой равнине, и свет заходящего солнца озарял эту мирную картину. К тому времени, когда мы подъехали к лагерю Джорджа, Алан должен был уже приземлиться в Найроби, и все мы надеялись, что сейчас он в безопасности. К сожалению, нам не удалось повидать львов, подопечных Джорджа. Но, несмотря на отсутствие царя зверей, Фред Дэнион был в полнейшем восторге от остальных животных. Он впервые видел их на свободе и тут же принялся мечтать, как проведет отпуск в Африке. На следующее утро
Яну Типпету предстояло слетать в Найроби по делам, но он собирался вернуться к вечеру и прихватить с собой Алана и Джоан, чтобы они хоть денек отдохнули после всех треволнений. Увидев, что Ян Типпет возвращается один, мы поняли, что что-то неладно. Он рассказал, что как только самолет Нильса поднялся в воздух, Алану стало так плохо, что Джоан пришлось ввести ему полную дозу противозмеиной сыворотки. А когда они приземлились в Найроби, он уже метался в бреду. Три доктора, ожидавшие его в больнице, и не надеялись, что его довезут живым. Рука у него жутко раздулась и почернела, пульс едва прощупывался, и его поддерживали только сильными лекарствами. Как только он сможет перенести операцию, ему, очевидно, придется отнять руку. Нам оставалось лишь молить судьбу, чтобы он остался жив. Но случилось одно из самых удивительных совпадений. В соседней с Алланом палате лежал Леонидис, известный во всем мире специалист по змеям. Он перенес операцию, но дни его были сочтены. Когда ему рассказали всю эту историю, он ужаснулся. Во-первых, Леонидис не понимал, как кому-то может взбрести в голову ловить змею раздвоенной палкой, не говоря уже об африканской гадюке, которая кусает, оборачиваясь на 180 градусов. Во-вторых, как можно было думать, что зубы гадюки опустили после доения? Напротив, протоки тут же заполнился еще более сильным ядом, потому что стекший яд мог чуть потерять силу, пока был в протоках. В-третьих, никогда нельзя накладывать жгут при укусах змей с гемолитическим ядом. Сконцентрированный на ограниченном участке, он очень быстро разрушает сосуды и ткани. Так бедный Алан пал жертвой нашего невежества. Да еще 2 часа, которые чуть не стоили ему жизни, были потеряны, пока жена не взяла ему сыворотку в самолете. 4 месяца Джоан и Алан провели в непрерывной тревоге. Но специалистам все-таки удалось спасти ему руку. Он закончил лечение в Англии. Яд настолько разрушил ткани, что палец пришлось ампутировать. Но Алан приспособился и прекрасно управлялся с фотоаппаратом при помощи оставшихся пальцев. Хотя этот ужасный случай и заставил меня трепетать перед змеями, я все же продолжаю утверждать, что они никогда не нападают без причины. А в данном случае Алан раздразнил гадюку, выдаивая из нее яд. Кстати, вот что я вспомнила. Когда мы только что поселились в этом лагере, я почти ежедневно убивала змей во время сезона дождей. Примерно через год, должно быть, среди змей распространился слушок, что лучше не соваться к нам в лагерь, хотя там полно укромных местечек. Так или иначе, они почти перестали у нас появляться. Не только мы, люди, стараемся уберечься от змей. Животные тоже пытаются защитить от них себя и свое потомство. Повар Джорджа рассказал нам про удивительные происшествия, которые видел собственными глазами совсем недавно. Отдыхая в своей хижине в послеобеденную жару, он услышал странный шорох, как будто что-то протаскивают через сетку, которой была ограждена хижина. Он вышел, чтобы узнать, что там такое, и увидел рыжую кобру с крохотным крысенком во рту. Ее преследовала взрослая крыса. У него на глазах крыса уцепилась за шею кобры и крепко впилась в нее зубами. Кобра билась, кидаясь из стороны в сторону, чтобы стряхнуть противника, но крыса не разжимала зубов и не отпускала змею, хотя та сильно ее трепала. Наконец змея добралась до входа в нору, крысу ударила о край, и только тогда она отпустила уползающую змею. Но крысенок был уже мертв, несмотря на то, что мать так самоотверженно его защищала. Глава 3. Смерть посещает семью. Туристский сезон был в самом разгаре, и мне это даже доставляло удовольствие, но при одном условии — лишь бы туристы не докучали моим животным. Я хотела, чтобы дети Пиппы стали настоящими дикими гепардами. Конечно, это подчас портило мои отношения с туристами, которые никак не могли взять в толк, отчего это я не желаю показывать им гепардов.
Но мною всегда руководил один принцип. Нельзя, чтобы дикие животные привыкали к людям. По всей видимости, Пиппа была вполне со мной согласна. Даже мне она не разрешала чересчур вольничать с малышами. Как-то раз они особенно ко мне приставали, нарочно терли со мои ноги, увивались за мной, не обращая внимания на Пиппу, который давно уже говорил «пр-пр», явно намекая, что пора кончать эту игру. Пиппа три раза уносила их в самую чащу, но они упорно пробирались ко мне, как только она их отпускала. Особенно ласкался самый маленький. Он так и ходил за мной по пятам. Когда Пиппа собралась кормить малышей в свое обычное время, 10 утра, я пошла домой. Утром я незаметно для них подглядывала из-за кустов и видела, как малыши карабкаются на спину Пиппы и скатываются с другой стороны, как они покусывают ее за уши, пока она не дернула головой, так что они разлетелись во все стороны. Они весело катались по земле, стараясь уложить друг друга на лопатки, шлепали и кусали друг друга, а то вдруг кто-нибудь усаживался на голову другого, и Пиппе приходилось с мурлыканьем спешить на помощь. Она их вырезала, и ровно в 10 все начали сосать. В этот раз Пиппа вела себя очень спокойно и доверчиво. Она знала, что я рядом, но не трогаю ее детей, и это заставило меня глубоко задуматься. Почему Пиппа не хочет, чтобы наша с ней дружба распространялась и на малышей? Может быть, она инстинктивно старалась сохранить в семье естественные отношения, несмотря на то, что меня она 6 месяцев считала своей приемной матерью и полностью мне доверяла. И на следующий день, когда я разыскала семейство под новым кустом, она вела себя так же. На этом более открытом месте с низкой травкой малышам можно было резвиться на свободе. Увидев меня, Пиппа подошла, обнюхала мясо и тут же вернулась к детенышам, чтобы проверить, хорошо ли они спрятаны. Только после этого она отошла примерно на 100 ярдов и стала есть. До сих пор она никогда не возражала против присутствия локаля и ела спокойно. А тут совершенно неожиданно для меня зарычала и ушла к своему семейству, увидев, что он подходит ближе. На следующее утро семейство оказалось под большой акацией, нижние ветви которой образовали шалаш над термитником. Кругом поднималась такая непроходимая поросль, что гепардов можно было заметить только когда они шевелились. Наконец я разыскала малышей, они замерли и сидели, не шелохнувшись. Немного погодя, Пиппа пришла со стороны Мулики, подозрительно осмотрела все кругом, убедилась, что малыши в безопасности, и снова собралась уходить. 15 минут я шла за ней. Несколько раз давала ей мясо. Но она съела совсем немного. И когда мы вернулись к малышам, я положила недоеденное мясо на землю. Вот уж этого она от меня не ожидала. Она нарочно отвернулась, а потом забралась в самую глубину логова. Незнакомый запах донесся до малышей, и они вылезли посмотреть, что там такое. Но, добравшись до мяса, с отвращением наморщили носы и стали плеваться и шипеть. После этого я не задерживалась и скоро ушла домой. Вечером я опять решила попытать счастье. К моему удивлению, Пиппа поджидала нас недалеко от логова, хотя обычно мы не приходили в это время. Она очень хотела пить и быстро вылокала всю воду, а потом, сделав несколько широких кругов, вернулась в логово. Когда мы тоже подошли к ним ярдов на 50, Пиппа пристально уставилась на локаля, остановилась как вкопанная и не тронулась с места, пока я не попросила его уйти. Она подождала, пока он скрылся из виду, и только тогда пошла кормить детей. На следующее утро нам пришлось проискать семейство целых 2 часа, пока мы не наткнулись на них в самом открытом месте. Я хотела покормить Пиппу невдалеке от малышей, но она едва прикоснулась к мясу, видимо, ей важнее было найти пристанище для детенышей. Наверное, мы задержали их на пути к Мулике, потому что Пиппа опять пошла в ту сторону, а малыши поспевали за ней кто как мог, кроме самого маленького. Его Пиппа несла почти всю дорогу. Она с нетерпением смотрела на реку, но пришлось дать малышам передышку. И тут она, наконец, решила поесть.
Только вчера я своими глазами видела, какие гримасы корчили малыши при виде мяса. А сегодня один из них терзал его с такой жадностью, что Пиппа не раз одергивала его, чтобы он не объелся. В этот день малышам исполнилось ровно 5 недель. Уальтим, Билли и Тату точно в таком же возрасте впервые отведали мясо. Прошло еще 3 дня, и все малыши освоили новую пищу. За это время Пиппа несколько раз переменила логово. Раз малыши стали есть мясо, я особенно заботилась о том, чтобы остатки не привлекали хищников, и клала мясо на кусок брезента, чтобы даже запах не пропитывал землю. Пиппа всегда была примерной матерью, и теперь я никак не могла понять, почему она раздавала малышам оплеухи, как только я клала перед ними мясо, или отзывала их своим «пр-пр» и уходила так, что они не успевали к нему притронуться. Почему она не разрешала им есть мясо? Маленькие гепарды, худенькие, но полные энергии, целое утро возились без устали и угомонились только в самую жару. И только через 6 дней после того, как малыши узнали вкус мяса, Пиппа показала им, как надо есть. Она всасывала кишки, выжимая содержимое сжатыми зубами. Она учила их, как лакать воду из тазика. Но это трудное дело они освоили только через несколько дней. Семейство переселилось на более открытую равнину, где были разбросаны редкие кустики. В каждом кусте можно было отлично затаиться. Скрытая густой листвой от палящего солнца, Пиппа видела все далеко вокруг и могла заранее заметить малейшую опасность. Но однажды утром меня ожидал сюрприз. 7 слонов появились как раз на этом месте, и 2 паслись прямо возле куста, из которого вышла Пиппа. Она съела свою порцию мяса, не обращая внимания на слонов, которые 10 минут обрывали ветки с куста, под которым прятались малыши. Вдруг один гигант стал рыть землю передней ногой и поднял огромное облако пыли. А Пиппа спокойно жевала свое мясо. Казалось, мы ждали целую вечность, когда слоны уйдут, и можно будет подойти к малышам. Судя по следам, гиганты топтались всего в 2 ярдах от гепардов и оставались на этом месте довольно долго. Когда мы, наконец, подошли к малышам, они были такие голодные, что вырывали мясо друг у друга. Они даже Пиппу не подпускали и старались затащить свою долю поглубже в кусты. Наверное, там они и чувствовали себя в полной безопасности. Наевшись досыта, они стали играть с Пиппой, прыгая на нее, как на большой камень. При этом они вовсе не в шутку рвали ее шкуру и грызли уши. Она же, как видно, наслаждалась этой игрой и, зажмурив глаза, мурлыкала все громче, пока детеныши терзали ее голову. Несколько дней слоны не давали нам покоя. Теперь нам приходилось подолгу дожидаться, когда представится возможность заглянуть в кусты, где могла скрываться Пиппа с детенышами. Но тут оказывалось, что Пиппа и вполне сознательно держалась как раз в середине стада. Она совершенно не боялась толстокожих, носорогов, бегемотов, слонов. Более того, она явно пользовалась стадом слонов как охраной от стаи бабуинов, которые тоже появились в этих местах. Однажды утром мы несколько часов искали гепардов, особенно тщательно возле 3 колючих кустов, где недавно было их логово. Гепардов мы не нашли, а наткнулись на 6 слонов, которые упорно торчали в кустах. К полудню мы выбились из сил и прекратили поиски. После чая мы снова стали искать и увидели, что 1 слон все еще стоит на часах у куста. Вдруг оттуда в ответ на мой зов вышла Пиппа. В ту же минуту 6 слонов с громоподобным топотом трубя понеслись к нам по равнине. Но на наше счастье круто повернули, учуяв наш запах, а одинокий слон направился к дороге. Я дала Пиппе только маленький кусок мяса, в котором была спрятана ее порция кальция. Остальное я припрятала, надеясь, что она приведет нас к своим малышам. Но Пиппу не так-то легко было одурачить.
Она упрямо не трогалась с места, пока почти совсем не стемнело. И тут мне пришлось сдаться. Наевшись, она пошла вперед очень осторожно, стараясь не зашуметь, не треснуть веточкой, и шла так 3/4 мили по направлению к дороге, где нам повстречался одинокий слон. Я с беспокойством искала малышей и вдруг увидела их в густой траве почти у самых ног. Я тут же положила перед ними мясо, но они не тронулись с места, пока Пиппа не сказал «пр-пр-пр». Тогда они накинулись на еду. Было уже совсем темно, и нас беспокоило, что малыши едят на таком открытом месте, поэтому мы сидели рядом, пока они не наелись. А ждать пришлось порядочно, потому что они еще не могли быстро жевать, зубы-то у них были еще маленькие. Мне пришлось отвлекать Пиппу, чтобы она, воспользовавшись этой задержкой, не съела все мясо сама. Я слушала, как малыши жуют, и тут впервые уловила, как один из них произносит «пр-пр», подражая Пиппе. Малышам уже исполнилось 6 недель. И за это время они 14 раз меняли логово, но так далеко, как в тот день, им переезжать еще не приходилось. Они уже хорошо ходили, и я решила, что стадия детской для них закончилась. Четверка была совершенно очаровательна. 2 крупных самца держались почти все время вместе. Один из них был чуть побольше и порезвее, и оба вели себя уже достаточно самоуверенно. Этого как раз не хватало 2 меньшим. Особенно нервной была самочка. Она часто сидела в стороне, когда братья затевали веселую возню. Но все они обожали Пиппу и всегда старались к ней прижаться, а она души в них не чаяла. Ранним утром на следующий день я отыскала гепардов на том же месте. Поблизости по-прежнему держался одинокий слон. Пиппа забралась на упавшее дерево и осматривала местность. Большой самец хотел забраться к ней, но, несмотря на отчаянные попытки сохранить равновесие, все время сваливался. Тогда он отошел и стал весьма энергично лакать воду из тазика. Когда семейство наелось, все побежали к дороге и в 100 ярдах от нее устроились отдыхать под развесистым деревом. Я беспокоилась, что малыши остались почти у самой дороги, и вернулась после обеда, чтобы вымыть их на прогулку и отвезти подальше на равнину. Но Пиппа была неспокойна. Она забилась под нижние ветви и не выходила. Всю ночь я ужасно волновалась, и едва расцвело, мы пошли к гепардам. Но на старом месте никого не было. Мы осмотрели всю местность, а через полчаса появилась Пиппа. Она пришла со стороны 5-й мили, оттуда, где дорога проходит через Мулику. Нюхая землю, она кружным путем повела меня к развесистому дереву, но, не доходя до него, уселась на землю. Я обошла дерево с другой стороны, откуда Пиппа видеть меня не могла, и сердце у меня замерло. Самый большой детеныш лежал там мертвый, с прокушенным затылком. Он лежал возле куста, и нигде никаких следов борьбы, даже крови на траве не было. Кровь не успела застыть на ране. Я подняла уже окоченевшее тельце, чтобы отнести в машину. Пиппа, не видя, что я несу, пошла дальше. Мы с Локалем шли за ней, а она, принюхиваясь к земле, повела нас совсем не в ту сторону, откуда пришла. Примерно через 200 ярдов мы увидели ее утренний след, а рядом путаницу следов малышей. Тут она повернула к 3 кустам. Все более тщательно вынюхивая что-то на земле. Она не пропускала ни одного дерева и термитника, осматривая все окружающее глазами, полными тревоги. У одного из кустов она остановилась, хотя не переставала ловить малейший шорох или движение. Я воспользовалась этим моментом и послала Локаля за мясом. Когда Локаль принес еду, Пиппа ела так долго, что я испугалась, неужели остальные малыши погибли? Наконец она двинулась дальше. Проходя мимо большого куста, я уловила еле слышный звук, напоминающий птичьи чириканье. Пиппа не обратила на него внимания и прошла мимо. А я хорошенько пригляделась и раздвинула густую листву. Там прятались 3 наших малышей. Пиппа прошла еще 100 ярдов, остановилась
и простоял на месте не меньше получаса, все еще настороженно прислушиваясь. Мы никак не могли истолковать ее поведение. Может быть, она нам не доверяла и не хотела выдавать убежище своих оставшихся в живых малышей. Наверное, так оно и было, потому что потом она опять пошла к дороге, старательно обходя большой куст. Когда мы дошли до поворота к тому месту, где был убит детеныш, она остановилась и села. На этот раз я поручила Локалю следить за Пиппой, а сама пошла вдоль дороги к пятой миле, разыскивая следы трагедии. Я нашла след Пиппы, который на расстоянии примерно 300 ярдов переплетался с отпечатками лап львицы или молодого льва, но потом оба следа разошлись в разные стороны. Пиппа пошла к равнине Мулики, где, как я уже знала, она спрятала своих детенышей. Я старалась разобрать по следам, как произошло несчастье. Должно быть, лев шел по дороге, потом почуял запах гепардов и свернул к развесистому дереву. Самый большой и храбрый детеныш, наверное, выбрался наружу, чтобы защитить свою семью. Он не раз защищал их и от меня, если я подходила слишком близко. И лев тут же его прикончил. Пиппа тем временем выскользнула из куста с другой стороны, и лев погнался за ней до того места, где следы разошлись с противоположной стороны. Возможно, она потом возвратилась к малышам и даже перенесла их туда, где мы видели следы гепардов на дороге. Потом, спрятав их в большом кусте примерно в полумиле от этого места, она пошла к пятой миле, разыскивая четвертого детеныша. Когда мы встретились, она шла именно оттуда. Мне казалось, что она все еще не понимала, что больше никогда его не увидит. Когда я возвратилась на дорогу к Локале и Питте, она пошла к малышам. Я попросила Локаля немного отстать. И Пиппа привела меня прямо к кусту, возле которого стоял на страже одинокий слон. Я решила дать ему время для отступления и сходила за мясом и водой для малышей. Когда я вернулась, слона уже не было. Немного погодя, Пиппа позвала «пр-пр», и малыши выползли из куста, но было видно, что они очень перепуганы. Несмотря на то, что Пиппа подавала им пример, показывая, как есть кишки на манер спагетти, они ели очень осторожно, то и дело озираясь. Особенно была напугана самочка, и стоило мне чуть пошевельнуться, как она кидалась под прикрытие куста. Я решила больше не докучать гепардам своим присутствием и поехала к директору парка, чтобы рассказать ему о происшествии. Мы с директором осмотрели зубы мертвого гепарда. Оказалось, что в возрасте 6 недель и 4 дней у него уже прорезались все коренные зубы. Какой это был красавец, и какой он был чистенький, несмотря на страшную рану в затылке. Мне захотелось зарисовать его, чтобы оставить хоть память об этом существе, прежде чем предать его земле. Рисуя самого сильного и красивого детеныша Пиппы, я старалась понять, как же так вышло, что это изумительное животное в самом начале жизни погибло без всякой видимой причины. Напрашивался единственный логический ответ. Взрослые хищники часто убивают потомство других хищных видов, чтобы устранить возможных соперников. Несколько раз мы находили львят, умерщвленных леопардами, и наоборот. Жертва всегда оставалась нетронутой. Этого маленького гепарда обрекла на смерть его храбрость. И вот что удивительно. Пока я была поглощена рисованием, горе мое постепенно утихло, и чем больше живых черт приобретал рисунок, тем легче становилось у меня на душе. Я не могу объяснить, чем вызвано это странное преображение, но когда рисунок был завершен, ужас перед смертью прошел. Мы похоронили малыша под деревом, где Пиппа часто бывала со всем семейством. На другое утро мы, как всегда, разыскивали гепардов, и Локаль шел в нескольких шагах позади меня. Как вдруг из высокой травы выскочил лев и бросился на него. Локаль сорвал с плеча винтовку и щелкнул затвором. Лев уже был в 5 ярдах. И тут я узнала Угаса, одноглазого льва Джорджа. Я закричала: «Фу, фу, Угас, стой!» И мгновение ока трагедия была предотвращена. Локаль имел полное право застрелить Угаса с целью самозащиты. Но, к счастью, до этого дела не дошло.
Угас повиновался мне, и высокая трава снова сомкнулась за ним. Наверное, он отдыхал возле дороги, и мы спугнули его, проходя мимо. Но все же это событие несколько выбило нас из равновесия, тем более что все это произошло в каких-нибудь 200 ярдах от места гибели детеныша Пиппы. Мне вовсе не нравилось, что Угас бродит так близко от Пиппы. Я проехал еще 12 миль до лагеря Джорджа, чтобы попросить заманить Угаса обратно в его владение. Угас частенько бродил поблизости и даже заходил в наш лагерь. Но нам это ничем не грозило. Я всегда была там сама и могла позвать Джорджа, который умел с ним обращаться. Но теперь у Пиппы были маленькие, и это меняло дело. Мы решили, что Джордж захватит немного мяса, попробует заманить Угаса в лендровер с открытым кузовом, забранным сеткой, и увезет домой. Джордж всю ночь пробыл в моем лагере с лендровером-ловушкой. Но Угас не показывался. Он был занят ухаживанием за дикой львицей. Может быть, именно эта львица убила детеныша Пиппы. Потом Джордж видел ее с Угасом в миле от того места, где произошла трагедия. А мы искали Пиппу 2 дня подряд и никак не могли найти. Конечно, этого следовало ожидать. Но меня эти 2 дня совершенно вымотали и физически, и духовно. Обшаривая куст за кустом, я наткнулась на затаившегося молодого котенка Сервала. Котенок понимал, что деваться ему некуда, и застыл, как изваяние, только полные ужаса глаза выдавали его. Не сводя с меня взгляда, котенок лежал совершенно неподвижно почти 10 минут. Я тем временем решила, что он болен, и пошла искать локали, чтобы вместе помочь больному. Когда мы вернулись, больного и след простыл. Хорошо известно, что многие животные симулируют смерть, оказавшись в безвыходном положении. Но самообладание этого котенка восхитило меня. Так долго не двигаться, даже волоском не пошевельнуть, когда я была совсем рядом, и дождаться минуты, когда можно будет удрать без всякого риска. Но где же пропадала Пиппа? Мы прочесывали доходившие нам до плеч тростники на берегу Мулики, как вдруг рычание льва приковало нас к месту. По колыханию тростников мы догадались, что чуть не набрели на льва. Должно быть, он спал. Вскоре мы опять едва не попали в беду, нарушив полуденный отдых буйвола. Было невероятно жарко, и он устроился как раз под тем кустом, который мы собирались осматривать. Но буйвол, как и лев, нашел свободный путь для отступления, и мы снова продолжали искать Пиппу. Только на 3-й день к вечеру мы обнаружили Пиппу невдалеке от Мулики. Она должна была слышать, как мы ее звали все предыдущие дни. Она была ужасно голодна. Наверное, и малыши проголодались не меньше. Но она не позволила им выйти из укрытия, а сама съела невероятное количество мяса. Так нам и пришлось уйти, не повидав малышей. Я понимала, что Пиппа боится выпускать детей из укрытия, когда стемнеет, и старалась кормить семейство по утрам. Малыши не могли съесть много за один раз, но с удовольствием ели часто, с небольшими перерывами в течение дня. Поэтому я нередко оставалась рядом с гепардами на весь день и резала мясо на ломтики, чтобы малышам было легче справиться с ними, пока Пиппа не помешала. Надо сказать, что я никак не могла понять, почему она не дает малышам наесться досыта, ведь я всегда приносила гораздо больше, чем она могла бы съесть в одиночку. В моих записях о предыдущем помете было отмечено, что она окончательно перестала кормить молоком своих прежних детенышей в возрасте 8 недель. А теперешние малыши в том же возрасте питались в основном ее молоком. Самочку всегда приходилось особенно долго уламывать, прежде чем она съедала причитавшуюся ей долю мяса. Она была так робка, что добиться этого было нелегко. Как-то раз Локалю пришло в голову, что нам нужно пригласить большого доктора. Пусть даст есть Индану, тогда она станет такой же сильной, как и ее братья. Подобно многим местным жителям, он свято верил в могущество Синдану. На суахили это значит «иголка», а имел он в виду шприц. Какая бы болезнь ни напала на него самого, даже если она требовала совсем другого лечения,
Он был убежден, что никакое лекарство на свете не сравнится с уколом синдалу, хоть бы и наполненного водой. Лакаль также был уверен, что разные могучие синдану могут дать великий разум, так что вся загвоздка только в том, чтобы хватило денег на такое средство. Я же больше рассчитывала на применение необходимых подкормок, и поэтому давала маленькой самочке повышенные дозы форекса, поливитаминов и костной муки, чтобы она поскорее набралась сил и сумела дать сдачи своим братцам, которые частенько задирали ее. Обычно гепарды принимали за еду утром, как только мы приносили ее, и ели часа полтора. Потом с набитыми животами малыши начинали гоняться друг за другом. А Пиппа тоже нередко прыгала и резвилась, как котенок, пока все не выбивались из сил. Когда малыши засыпали, Пиппа охраняла их, борясь с дремотой, около часа. А потом они просыпались и снова получали еду. После этого они опять немного играли, чтобы утрясти сытный завтрак, и, наконец, крепко засыпали на все жаркие часы дня. Это самое спокойное время. Разве что изголодавшийся хищник станет бродить в такую жару, когда раскаленный воздух дрожит от зноя, и вся жизнь замирает, ни звука, ни малейшего движения. Мы решили, что настало время дать малышам имена. Самочку назвали Сомба, крупного самца — Биг Бой, большой, а его маленького брата — Тайни, крошка. Тайни был мой любимец, и не только потому, что как две капли воды походил на Мбили, которую я любила больше всех детенышей предыдущего помета, а еще и потому, что он был такой же заморыш. Но если ему и не доставало физической силы, то обаяние и смелость искупали этот недостаток, а глаза у него были чудесные, очень красивые и выразительные. И Биг Бой был удивительно мил, но совсем в другом духе. Это был не только самый красивый и самый добродушный из всех детенышей, но главное, его непоколебимая уверенность в себе внушала уважение всем окружающим, и даже в этом возрасте он уже стал признанным вожаком. Сомба была умнее остальных, но характер у нее был очень непростой. Сознавая свою слабость, она чисто по-женски защищалась, нападая. Припав к земле, как перед прыжком, она опускала голову и глядела из-под лобья, прицеливаясь, чтобы внезапно размахнуться и ударить сразу обеими передними лапами. Я не могла понять, как она ухитряется при этом не опрокинуться, но надо признаться, что это был отличный способ защиты. Как ни мала она была, а я не решалась и пальцем двинуть, если Сомба была в плохом настроении. Однажды я дала ей целую голову от туши, и она особенно энергично демонстрировала братьям свой излюбленный прием. Может быть, она считала голову своей добычей, хотя, насколько мне было известно, ей еще ни разу в жизни не приходилось охотиться. Было очень интересно смотреть, как малыши закрывали глаза, чтобы не отвлекаться, когда разгрызали мелкие кости. Я тоже всегда закрываю глаза, когда нужно собраться с мыслями, например, если говорю перед микрофоном или диктую. Очевидно, все мы закрываем глаза, чтобы получше сосредоточиться. Когда Биг Бою было 11 недель и 5 дней, он сосал Пиппу в последний раз. Я подозревала, что он просто сосет пустышку, и с этого дня ежедневно проверяла, есть ли у Пиппы молоко. Но, как ни удивительно, молоко у нее оставалось до тех пор, пока котятам не исполнилось 24 недели и 3 дня. Как раз в этом возрасте у прежних детенышей Пиппы появились признаки рахита. У них было 3 сломанные лапы на всех. Как радостно было сознавать, что теперешние малыши вовсе не страдают от таких напастей. Все они в отличной форме, и энергии у них хоть отбавляй. Глава 4. Пожар и потоп. Начинался октябрь. Приближался сезон проливных дождей. Перед началом дождей в заповеднике обычно выжигают сухую траву, чтобы лучше росла новая. В огне гибнут и паразиты, отравляющие существование диким животным. Я просила директора прислать рабочих поджечь траву вокруг моего лагеря, чтобы потом огонь с равнины не перекинулся к нам. Когда приехали люди с факелами из пальмовых листьев, мне не пришлось уговаривать своих помощников подсобить в работе. Куда там?
Они так самозабвенно поджигали все кругом, что мне оставалось только следить, чтобы они не подпалили и наш лагерь. С каким восторгом они швыряли спички в сухую траву, хотя сами едва не задохлись в едком дыму, а глаза у них воспалились и покраснели от жарких языков пламени. Но им все было нипочем. Пожар в степи для Пиппы был не в новинку, но малыши страшно пугались даже легкого запаха дыма, а Сомба все время тревожно принюхивалась. Несколько дней назад семейство перебралось на прекрасное место невдалеке от Мулики, где можно было чудесно играть на термитнике в тени большого дерева. Малыши сразу же изобрели новые игры. Они скатывались со склона, как на салазках, или играли в прятки среди причудливых закоулков. Самой любимой была игра «Кто кого столкнет». Они без конца сражались за большую впадину на вершине термитника, где мог с удобством развлечься только один из них. Нужно было встать на задние лапки, так толчок получался сильнее, и всей тяжестью наваливаться на владельца ложа до тех пор, пока он не слетит оттуда кувырком. Но еще интереснее было прыгать туда-сюда через речку. Через некоторое время они научились при этом не шлепаться в воду. Когда кольцо огня стало смыкаться, Пиппа, не теряя времени, занялась спасением малышей. И хотя пламя было еще далеко, маленькие гепарды старались удрать побыстрее и со страху попадали в воду, позабыв все свои безукоризненные прыжки. Потом они выкарабкались кое-как на другой берег, только я их и видела. Мне было интересно наблюдать их отношение к пожару, совсем не похожее на поведение других хищников. В Серенгете львы усаживались так близко к пляшущим языкам огня, что нередко крупные искры подпаливали им шерсть. Во время пожара большинство животных снимаются с привычных мест, но как далеко им приходится уходить, я поняла, увидев стадо из 6 малых куду возле нашего лагеря. Эти прелестные антилопы всегда жили в густых зарослях, миль за 10 от нас, и по дороге сюда им пришлось переплывать Ройо-Веру, кишащую крокодилами. Больше я их не видела. Наверное, они покинули открытые места, как только огонь отступил. 2 дня мы не могли отыскать наше семейство. Увлеченные поисками, мы набрели на высохший прудик. Я решила перейти по затвердевшей, растрескавшейся корке, и тут же провалилась по колено в жидкую грязь. Она засасывала меня при малейшем движении, как зыбучий песок. Проваливаясь все глубже и глубже, я с отчаянным криком позвала Лакая. К счастью, он был совсем близко и протянул мне длинный шест, с помощью которого и вытащил меня на берег. Без него мне бы ни за что не выбраться из этой засасывающей жижи, а ведь с виду она была такой прочной и надежной. Наконец мы отыскали гепарда в середине 3 кустов. Обнаружить их нам удалось только потому, что один из малышей выдал всех еле слышным чириканьем. Мы ехали по спаленной черной земле на машине, и внезапная остановка у куста, должно быть, напугало малыша. Все в полной растерянности смотрели на окружающую их пустыню, покрытую пеплом. Да и Пиппа никак не решалась вывести их на равнину, ведь на черной земле их золотые фигурки стали теперь отлично видны. Особую бдительность проявляла маленькая Сомба. И хотя ей всего-то было 3 месяца от роду, она так же неутомимо, как и Пиппа, высматривала издали малейшие признаки пожара. А увидев огонек, тут же бросалась бежать. За последнее время она стала очень злобной и прекрасно понимала, как действует на остальных ее особый боевой прием. Тут даже Пиппа предпочитала держаться от нее подальше. Я отдала гепардам мясо, они мигом покончили с ним. Потом они стали играть, и Пиппа попробовала поймать Сомбу за голову. Не тут-то было. Маленькая кошка с рычанием перекатывалась и увертывалась, не спуская глаз с матери, и вдруг взвелась вверх и яростно ударила когтями. Пиппе удалось увернуться от удара, только подскочив в воздух сразу на всех 4 лапах. Сомба нападала раз за разом, а Пиппа все прыгала вверх, а потом отошла в сторонку. Она не стала силой укрощать разбушевавшуюся дочку, а дожидаясь, когда воинственный пыл Сомбы поуляжется. Немного погодя,
Малышка обняла мать с такой подкупающей нежностью, что все ссоры были позабыты, и они улеглись рядом, довольные и счастливые. Мне приходилось соблюдать осторожность. Пиппа не желала, чтобы молодые получали пищу в первую очередь. Это вызывало у нее приступ ревности, и она уходила, приказывая им своим пр-пр идти следом. Все равно, успели они поесть или нет. Чем чаще Сомба применяла свой прием, тем меньше желания было у Тайни брать свою долю сбою. Обычно борьба за еду заставляет звереныша есть, даже если он еще не проголодался. Но Тайни понял, что ему не устоять перед выходками Сомбы, и просто-напросто садился в сторонке, дожидаясь, когда я покормлю его из рук. Очень скоро это вошло в привычку, и он внимательно следил, как и куда я прячу его порции от всех остальных, а потом ждал удобного момента, чтобы спокойно поесть. Все гепарды очень любили жир зебры и трахеи разных животных, и я часто прятала внутрь костную муку, которую они недолюбливали. Но Сомба, увидев, что я сыплю костную муку в их любимое лакомство, начинала бросаться на меня, чтобы я не смела портить хорошую еду. Пожары бушевали по всей местности, где Пиппа обычно бывала, и только равнина за рекой Васаронги уже не дымилась и не тлела. Туда, примерно за 4 мили вверх по течению от моего лагеря, Пиппа увела своих детей. Там мы и встретили их однажды утром, около только что убитой молодой газели Гранта. Пиппа задушила ее, схватив за горло, но туша была еще не тронута. Как только я приблизилась, Сомба тут же налетела на меня с невероятной злобой. Она бросалась, шипела и рычала, а глаза у нее горели так непримиримо, что я, честно говоря, испугалась. Конечно, меня радовало, что она ведет себя, как дикое животное, возле своей первой настоящей добычи. Впрочем, это было естественное поведение самки, которая должна охранять добычу. Самцы не возражали против моего присутствия. Как ни странно, Сомба тут же присоединилась к братьям, когда я протянула им тазик с молоком, но как только я осмеливалась двинуться к ее добыче, она немедленно бросалась на меня. Я очень пожалела, что не захватила кинокамеру, и отправилась за ней в лагерь, оставив семейство на попечении лакая. Когда я возвратилась, гепарды все еще не покончили с добычей, и Сомба защищала ее с такой же яростью, как и утром. Приближалась гроза. Темные тучи, готовые вот-вот хлынуть на землю дождем, нависли, закрывая горизонт. Раскаты грома то и дело тревожили гепардов, и малыши в ужасе вздрагивали, заслышав ворчание с неба. Так что в конце концов Пиппа позвала их, пр-пр, и все они куда-то скрылись. Мы забрали с собой остатки газели, чтобы скормить их на следующий день, и вернулись домой. Гепарды всю неделю держались на этой равнине. Чтобы добраться до них, нам приходилось переходить вброд речушку, которая день ото дня становилась глубже. В конце концов, после сильнейшего ливня, который лил всю ночь напролет, мы не смогли перейти речку. Но, к счастью, след гепардов обнаружился на нашей стороне речки. Они переплыли ее как раз вовремя. Я решила, что Пиппа просто не хотела лишаться мяса, которое мы ей давали. Но она снова показала мне, как плохо я понимаю ее поступки. Она не пошла к нашему лагерю, хотя прекрасно знала, что там для нее запасено мясо, а прошла 2 мили в другую сторону, на равнину, где паслось множество газелей Гранта и зебр. Мне стало совершенно ясно, что она предпочитает вырастить своих детей дикими и свободными и не хочет приучать их к нашему лагерю. Они и вправду были дикие. Мы убедились в этом однажды утром, когда увидели их ярдах в 300 от нашего лендровера. Мы оставили машину на дороге и понесли мясо проголодавшимся гепардам. Но только они успели до него дотронуться, как вдали показался автомобиль с туристами. Гепарды исчезли задолго до того, как чужая машина подъехала к нашему лендроверу, несмотря на то, что мясо осталось несъеденным. Теперь, впервые за много месяцев, с тех самых пор, как они расстались, Пиппа оказалась на территории Мбили. Мне приходила в голову только одна причина,
который могла заставить Пиппу нарушить закон, установленный ею самой. Почти вся равнина за последнее время превратилась в сплошное болото, где было слишком трудно охотиться. Я с интересом отметила, что Пиппа никогда не подходила к тем термитникам и деревьям, где она чаще всего бывала с Билли, Уайти и Тату. Новые малыши играли в других, новых местах, и Пиппа несколько дней подряд тщательно отмечала упавшие деревья своим обычным способом — кучкой помета. Может быть, так она заявляла свои права на эти участки? Мне очень хотелось узнать, что же будет, если здесь вдруг появится Мбили. Однажды утром мы накормили гепардов, и я увидела, что Пиппа, сжав губы, пристально смотрит в сторону далеких холмов. Я посмотрела в том же направлении и увидела в бинокль двух белых носорогов почти на горизонте. Это была пара из тех шести носорогов, которых привезли 3 года назад из Южной Африки, чтобы они акклиматизировались и дали потомство в Кении. До сих пор носорогов держали в просторном загоне в скале леопарда. Должно быть, эти двое удрали оттуда. Белые носороги крупнее черных, и у них более широкий рот. Белыми их называют по ошибке. Голландцы произносят white, широкой, как white, то есть белый. Уж не знаю, разбиралась ли Пиппа во всех этих тонкостях, только пр-пр, и мать с детьми со всех ног умчались. Мне очень хотелось узнать, неужели она и вправду различает 2 вида носорогов и спасается бегством от незнакомого вида, хотя местного черного носорога она обычно просто не замечает. Мне пришлось дожидаться разгадки больше года, но ее дети дали мне ответ на этот вопрос. Они поступали точно так же. Следы гепардов привели нас обратно на территорию Пиппы в долине Мулики, но здесь они пересекались со следами льва. Ничего удивительного, что несколько дней мы никак не могли разыскать гепардов. Но вот Стэнли заметил гепарда, который с рычанием бежал прямо на него со стороны 5-й мили. Стэнли удивился и окликнул меня. Увидев меня, гепард стал как-то странно прыгать вокруг, а потом побежал прямо через заросли, то и дело останавливаясь, чтобы удостовериться, что мы идем следом. Но он не подпускал меня достаточно близко, и я никак не могла узнать, кто это. Во время этой игры в пятнашке гепард спугнул 2 цесарок и прыгнул, чтобы поймать птицу, но оба раза промахнулся. Я думала, что это Пиппа. Видимо, она спрятала своих малышей от львов и хочет привести меня к ним. Так что еще 15 минут я изо всех сил старалась не отставать от нее. Я уже начала всерьез беспокоиться. До сих пор Пиппа никогда так далеко не уходила от малышей, оставив их одних. Наконец я почти поравнялась с гепардом, но все же не смогла узнать его с такого расстояния. Малышей нигде не было видно. Я боялась, что произошло что-то непоправимое, и крикнула «Пиппа!». Гепард молнией бросился к Мулике, прыжком перелетел на другую сторону и скрылся. Тут-то я начала догадываться, что это была Мбили. Пиппа ни за что не стала бы так себя вести. Я очень обрадовалась, что Мбили так прекрасно выглядит после 8,5 месяцев самостоятельной жизни. Она оказалась на территории Пиппы, но это можно было понять. Как раз на границе ее владений работала многолюдная бригада. Видимо, она испугалась и перешла на чужую территорию. Некоторое время спустя мы нашли наше семейство в полном здравии, в полумиле от этого места. Здесь было много дичи, и Пиппа все время старалась подкрасться к стаду газелей Гранта, но ей так и не удалось подобраться поближе, ведь трава сгорела и спрятаться было негде. Я снова подумала, что же будет, если ей встретится Мбили. На следующее утро я нашла семейство около того места, где скрылся Мбили. Все они то и дело озирались, словно ожидая чего-то. Это место было в 6 милях от лагеря и недалеко от дороги, так что на следующий день мы приехали на машине и оставили ее примерно в 400 ярдах от дороги, увидев, что к нам несется стадо газелей Гранта. Вскоре показалось и наше семейство. Пока мы готовили еду, Пиппа исчезла, но приказала малышам не трогаться с места.
и они беспрекословно подчинились, поэтому нам пришлось тащить к ним мясо, хотя они отлично видели, как мы режем его на кусочки. Когда они начали есть, Пип повернулась, села под кустом ярдов 50 от них и негромко позвала к себе детей. Я принесла к ней мясо и заметила, что она тяжело дышит, а правая передняя лапа и пасть у нее в крови. Она была очень возбуждена и не позволила мне осмотреть окровавленную лапу, а к мясу даже не притронулась. Она не сводила глаз с дороги и вскоре перешла поближе к ней и уселась. Тем временем я послала своих помощников на розыск ее добычи, но они ничего не нашли. Тогда я понесла Пиппе молоко. Теперь ее поведение объяснилось. Я увидела, что она сторожит молодую газель Гранта, которую только что задушила. Только тогда я поняла, что она старалась по-своему объяснить мне, в чем дело. Она бросила добычу и пошла за мной. Нельзя же оставлять тушу возле дороги. А мне-то это было невдомек. Потом я перенесла добычу подальше от дороги, чтобы гепарды могли есть, не пугаясь шума машин. Как только малыши увидели добычу, они принялись в восторге отплясывать вокруг нее. И Пиппа долго не вмешивалась в их игру. Но, увидев, что они никак не могут справиться со шкурой, она продемонстрировала им наилучший способ начинать еду. Вспорола нежную кожу между задними ногами, где нет никаких костей. Я с огромным интересом наблюдала за поведением Сомбы. Когда я попыталась подойти к добыче, Сомба бросилась на меня еще яростнее, чем раньше. Опустив голову, она шипела, а потом старалась ударить меня сразу обеими передними лапами. Тихонько, шаг за шагом, я отступала назад, а Сомба преследовала меня, продолжая царапаться. Но тут она увидела, что братья принялись за еду, помчалась к туше защищать свою долю и в мгновение ока прогнала их прочь. Чтобы восстановить справедливость, мы дали малышам мясо. Но как бы не так. Сомба немедленно явилась за своей порцией и даже взяла мясо прямо у меня из рук. Стоило мне сделать шаг в сторону добычи, и Сомба едва не уронила мясо, бросившись на меня, чтобы я не смела приближаться к добыче. Так она вела себя целый день до самого нашего ухода. Я от души сочувствовала бедной Сомбе. Но как тут было не запутаться? С одной стороны, я была для нее другом, достойным доверия. Я каждый день приносила ей хорошее мясо. Но внезапно все ее дикие инстинкты восставали, и она бросалась защищать от меня законную добычу. И вот, раздираемая двумя противоречивыми побуждениями, она мгновенно преображалась. И вместо мирного животного, которое брало пищу прямо из моих рук, передо мной оказывался дикий и весьма опасный гепард. И ведь она не только была самочкой. У самок инстинкт охраны добычи сильнее, чем у самцов. Нет, она еще и прекрасно знала, что уступает братьям в силе, и поэтому все время была настороже, чтобы не остаться в стороне, когда им что-нибудь перепадало. Поэтому она и казалась такой невероятной жадиной. Но я не хотела, чтобы она становилась чересчур агрессивной, и с тех пор нарочно кормила ее в первую очередь, отдавая те куски, которые ей больше нравились. Да, у Пиппы можно было поучиться обращению с маленькими гепардами. Она принимала во внимание несхожие характеры своих детей и умела с необычайным тактом добиться их послушания. За последнее время Сомба объявила войну не только мне, но, кажется, и всему собственному семейству. Она становилась такой опасной, что мне иногда приходила в голову мысль избавиться от нее. Но, глядя, как Пиппа управляется со своей буйной дочерью, как ей всегда удается усмирить и развеселить ее, я поняла, что не имею никакого права вмешиваться. Чем глубже я узнавала Пиппу, тем больше любила ее. Ее чудесный характер проявился по-настоящему только после того, как она стала матерью. Я с восхищением наблюдала, как она справляется со всеми выходками детей, неизменно сохраняя присущую ей неприступность и спокойствие. На следующее утро мы подъехали к тому же месту, где гепарды были вчера. Я стала сигналить. Они теперь уже знали, гудки в определенном ритме означают, что привезли еду. К нам со всех ног бежали два взрослых гепарда и три маленьких. Малыши остались возле машины.
а взрослые пронеслись мимо к сухому руслу в 400 ярдах от нас и скрылись в зарослях. Я поняла, что Пиппа преследует Мбили, хотя территория принадлежала как раз Мбили. Должно быть, Пиппа услышала знакомый сигнал и, ничего не подозревая, пошла к машине. Но по дороге столкнулась с Мбили, а Мбили теперь считала ее своей соперницей. Мне было жалко Мбили, но я надеялась, что как только погода улучшится, мать вернется в свои собственные охотничьи угодья. Когда возвратилась запыхавшаяся Пиппа, ей удалось прогнать Мбили, мы скормили гепардом остатки газели Гранта. И вот что интересно, на этот раз Сумба разрешала мне держать мясо в руках, пока она ела. Видимо, для нее разрезанное на куски и не совсем свежее мясо уже не было естественной добычей. Потом мы попробовали пойти по следу Мбили, но ничего не вышло. Возле зарослей была сплошная жидкая грязь. Мы назвали это сухое русло канавой Ганса по имени одного из помощников Джорджа, которому как-то пришлось здесь заночевать в своем маленьком автомобильчике, увязшем в грязи. Всю ночь напролет его держал в осаде прайд львов. Жалили мириады комаров, и в завершении всего на рассвете ему пришлось брести пешком за помощью, чтобы вытащить машину из канавы. В канаве Ганса вода появлялась только в сезон дождей, но отдельные лужицы не просыхали круглый год. Сейчас единственные относительно сухие места располагались по обе стороны русла, а кругом было сплошное болото. Поэтому здесь скопилось множество животных, в том числе и хищники, которым было очень удобно укрываться в густых зарослях. Мне оставалось надеяться, что у Пиппы хватит хитрости и ума, чтобы уберечь детей от опасности. Вечером я видела Мбили на термитнике, примерно в полумиле от того места, где утром потеряла ее из виду. Она спокойно смотрела на меня, подпустила к себе совсем близко, и только когда я могла уже прикоснуться к ней, оскалилась, но не тронулась с места. Я стала тихонько говорить с ней, как бывало, и обошла ее кругом. Уже почти 9 месяцев она жила совершенно самостоятельно, и прошло 4 месяца, не считая последней встречи несколько дней назад, с тех пор, как я видела ее в последний раз. Разве можно было ждать еще большего? Ведь она до сих пор доверяла мне, видела во мне друга, несмотря на то, что ей уже ничего не было от меня нужно. Дожди так разбушевались, что ездить на машине стало невозможным. Как-то под вечер, возвращаясь от гепардов, мы переезжали Мулику, как вдруг прямо посреди бешеного потока что-то захлюпало, и мотор заглох. Вода стремительно поднималась, и мы, промокшие до ниточки, все же обливались потом битых 2 часа, толкая лендровер к дороге дюйм за дюймом. Тем временем стало темно, как в преисподней. Пара львов рычала где-то очень близко, и мне казалось, что им просто приятно видеть наше мучение. Бедным гепардам дождей перепало в избытке, они почти не просыхали. Понятно, что частенько у них портилось настроение. Много раз мы видели, как они сбиваются в кучку, под хлещущим ливнем стараясь устроиться спиной к ветру. Но когда проходил самый сильный ливень, малыши снова начинали веселиться и, носясь друг за другом по лужам, окатывали нас водой с ног до головы. После очередной ненастной ночи мы нашли гепардов в полумиле от лагеря. Это значило, что они переплыли разлившуюся полную крокодилов в Осаронге. Я не могла себе представить, как им это удалось. Перепрыгнуть через речку теперь было невозможно. Мы сами, попытавшись незадолго до того перейти ее вброд, оказались по пояс в воде, и как мы не цеплялись за нависающие ветки, стремительное течение едва не сбило нас с ног. Пришлось вернуться назад. Мне было непонятно, почему Пиппа не хочет идти в лагерь, где, как она прекрасно знала, ее ждет мясо. Вместо этого она повернула в другую сторону, чтобы самой добывать пропитание. Через несколько дней мы опять нашли ее возле канавы Ганса. Она подкрадывалась к газели Гранта, несмотря на проливной дождь. Но охота сорвалась, и Пиппа устроилась на одном из немногих сухих островков, окруженных водой.
Правда, здесь было не глубоко, каких-нибудь несколько дюймов. Но нам понадобилось 4 часа, чтобы добраться до гепардов. 6 миль мы шли вброд, скользя в грязи под тяжестью ноши. Я хотела быть спокойной за гепардов и знать, что они не погибнут от голода за эти тяжкие несколько недель. Наевшись мяса, малыши забрались на скользкий ствол дерева, и, как всегда, Тайни проявил удивительную ловкость. Он часто забирался повыше. С этих высоких стволов можно было высматривать добычу, да и лапы как-никак были в сухом месте. Сомба тоже отлично замечала малейшие движения, и только Биг Бой был чересчур ленив и не желал себя утруждать, но зато у него был самый спокойный характер. Пиппа, бедняга, теперь частенько бывала сама на себя не похожа и становилась сварливой от усталости. Надо было охотиться и к тому же заботиться о безопасности детей. Она то и дело зевала, верный признак переутомления, и даже играть с малышами у нее не хватало сил. Но не только гепардам приходилось плохо во время этого потопа. Однажды, привлеченные грифами, мы нашли новорожденного буйволенка. Он лежал в воде на глубине не больше 5 дюймов. Должно быть, он родился во время ливня и тут же утонул. Вся жизнь животных переменилась, когда начались дожди. Я и не знала, что даже скорпионы умеют плавать, пока не увидела, как скорпион переплывает лужу. Вездесущих цесарок, попадавшихся нам в любое время и в любом месте, сменили европейские аисты и марабу, которые охотились в болотах за лягушками и головастиками. Даже дикобразам пришлось покинуть свои надежные убежища. Мы как-то спугнули пару дикобразов под скалистым карнизом, таким узким, что им негде было спрятаться от врагов, хотя они и приложили все усилия, чтобы отпугнуть нас, гремя своими иглами. Я совсем не обрадовалась, обнаружив, что ко мне в гости пожаловала рыжая, плюющаяся кобра. Она выбрала местечко по суше, свернувшись в уголке за дверью в моей столовой. Я заметила ее, когда закрывала дверь. 3 дня она упрямо лежала на месте, как я не старалась выдворить ее оттуда длинной палкой, оберегая глаза от ее ядовитых плевков. В довершение всего, моему повару надоели дожди, и он попросту удрал. Мне было трудно винить его, ведь Вассаронги, которая всегда текла на 6 футов ниже моего лагеря, теперь поднялась до самых хижин и не заливала их, как в прошлый раз, только потому, что мои помощники расчистили берега от густых зарослей, которые тогда задерживали воду. При полном отсутствии средств передвижения достать нового повара было невозможно, и мне приходилось терять драгоценное время на возню по хозяйству. А это было теперь особенно трудно, ведь у нас уходил почти целый день на то, чтобы за 7 миль доставить еду гепардам у канавы Ганса. Наше маленькое стадо коз в опустевшем Кеннер-Лодже таяло с непостижимой быстротой. А мясо так быстро портилось в этой сырости, что нельзя было рисковать, таская его с собой целый день. Оно бы пропало, не найди мы гепардов. Так что из-за этого я часто выходила вперед вместе с Локалем, отыскивала гепардов, а потом он возвращался в лагерь за мясом и приносил его вместе со Стэнли. Глава 5. Пиппа и Мбили встречаются вновь. Однажды утром, когда мы переезжали Мулику, наше внимание привлекла оживленная болтовня обезьянок вервет. Немного спустя мы увидели, как из травы, примерно в 100 ярдах от дороги, выглянул гепард. Это была Мбили, как раз на границе своих владений. Боясь, что из-за непрерывных дождей она сильно изголодалась, я взяла ногу козы, подошла и положила ее на землю в 2 ярдах от Мбили. Она тут же утащила ногу к ближайшему дереву, а я пошла за ней следом и смотрела, как она уничтожает мясо до последнего волоконца. Оказалось, что она отлично умеет раскалывать даже трубчатые кости. Вот как она была голодна. Но выглядела она прекрасно. Ее шерсть настолько потемнела, что поначалу я едва не спутала ее стату. Мне нужно было всегда безошибочно различать детей Пиппы.
Я сфотографировала их всех сзади, чтобы ясно были видны пятнышки вокруг основания хвоста. Иногда они составляли непрерывное кольцо, в которое входило до 8 пятен. Рисунок был строго индивидуальным и никогда не менялся, так что по этому признаку я сумела бы различить всех наших гепардов даже много лет спустя, когда и внешность, и поведение у них могли измениться. Мы поехали дальше, на равнину Ганса, и нашли там Пиппу. Семейство резвилось на солнышке. Им выпало редкое развлечение среди затяжного ненастья. Когда они наелись, я собрала все остатки, на всякий случай. А вдруг мы снова встретим Билли, ведь она, может быть, уже ждет прибавления семейства? Подъезжая к тому месту, где мы встретили ее утром, я позвала ее, и в ответ на мой зов голова гепарда высунулась из травы ярдах в 500 от нас. Мы с Локалем стали потихоньку подходить, и тут заметили второго гепарда рядом с первым. Это были Уайти и Тату. Тату сразу же кинулась на нас, и я поспешно бросила мясо. Это отвлекло ее внимание на некоторое время. Когда Уайти тоже пошла к мясу, я увидела, что она на сносях и вот-вот должна родить. Вдруг откуда ни возьмись примчался третий гепард, и пр-пр, били вне себя от радости, бросилась к сестрам. Но только Тату встретила ее приветливо. Они лизали друг дружку, мурлыкали и носились вокруг нас. Уайти держалась в сторонке и свирепо рычала нам Билли, когда та пыталась подойти поближе. Но отделаться от Билли было не так-то просто. Она применяла все свои уловки, чтобы смягчить Уайти, и нежно мяукала, и перекатывалась на спину, приглашая поиграть, но все напрасно. Билли изо всех сил старалась завоевать любовь своей сестрицы, а та с не меньшим упорством продолжала ее отгонять. Каждая хотела поставить на своем. Постепенно поглощенные этим соревнованием, они прошли ярдов 100 до одинокого дерева, и там запыхавшаяся Уайти наконец уселась на землю. Очень трогательно было смотреть на Билли. Она призвала на помощь всю свою проницательность, весь такт, и, передвигаясь ползком, почти незаметно, наконец подобралась к Уайти на расстоянии около 2 ярдов и села рядом. А пока происходили все эти маневры, Тату съела остатки мяса, не оставив сестрам ни крошки, и тоже устроилась отдыхать неподалеку от нас. Все это время мы с Локалем стояли совершенно неподвижно, и только увидев, что сестры успокоились, стали потихоньку пятиться обратно к дороге. Мы не хотели мешать им вновь подружиться. Но Билли провожала нас до самой Мулики, пока мы не перешли на ту сторону, за пределы ее территории. Все 3 сестры теперь оказались на территории Билли, и Пиппа тоже. Ее отделяла от взрослых детей только затопленная канава Ганса. Последний раз я встречала всех 3 сестер 9 месяцев и 20 дней назад у въезда в заповедник со стороны Муреры. Это было в 14 милях отсюда. С тех пор Уайти и Тату несколько раз видели вместе возле холма Мугвонга, примерно в 12 милях в противоположную сторону. Мбили всегда бродила одна между 5-й милей и скалой Леопарда. Теперь все они стали гораздо крупнее матери и были в превосходном состоянии. Не только по внешнему виду Уайти, но и по той ярости, с какой она встречала все заигрывания Мбили, я поняла, что она принесет котят в ближайшие 2 суток. Но теперь я знала, что все 3 сестры сумели прекрасно перенести даже суровый период дождей, и поэтому сказала Локали и Стэнли, что кормить их мы больше не будем. Мы можем сделать исключение только для Уайти, если она с малышами окажется в безвыходном положении. Нельзя же свалить на нет все то, чему они научились, живя на свободе. Стоило только один раз дать Мбили мясо, и она уже поджидала нас на следующее утро возле 5-й мили. Я почувствовала себя совершенно несчастной. Мне нужно было проявить жестокость, ведь это ради нее, для ее же пользы. Но меня очень подвели Локаль и Стэнли. Несмотря на мои предупреждения, они все-таки позвали Мбили, и, разумеется, она пошла за нами. Они не поняли, что я поступаю так, стараясь предотвратить ее столкновение с Пиппой. Мне пришлось прибегнуть к
к самым разным уловкам и ухищрениям, чтобы избавиться от Мбили, которая доверчиво трусила за нами. В конце концов, она куда-то исчезла, и мы прошли дальше еще целую милю. Как только я разглядела наше семейство в бинокль, они были ярдов в 500 от нас, мы тут же принялись закладывать витаминную подкормку в небольшие кусочки мяса, чтобы все было готово к их приходу. Поглощенная этим делом, я и не заметила, что Мбили снова догнала нас и теперь сидит, не сводя с меня глаз, всего в нескольких ярдах. Тут подошла Пиппа с детьми, но, увидев Мбили, все они мигом умчались. Это меня удивило, однако вскоре я поняла, как плохо знаю Пиппу. Она убежала только для того, чтобы спрятать детей в безопасное место. Теперь она вернулась вести счет из Мбили. С угрожающим рычанием она припала к земле, так что голова ее оказалась ниже, чем плечи, а глаза с убийственным упорством сверлили Мбили. Но Мбили вела себя точно так же. С мужеством отчаяния я пыталась предотвратить столкновение. У меня не было ни малейшего сомнения, что победит Мбили. На ее стороне было физическое преимущество. Она стала гораздо крупнее Пиппы. Да и моральнее тоже, ведь она защищала собственную территорию. Все мои попытки вмешаться ни к чему не привели. Гепарды уже сошлись. Вот Пиппа приготовилась к прыжку, но тут Мбили внезапно перекатилась на спину и тихонько застонала, объявляя капитуляцию. Пиппа немедленно повернулась и пошла к дереву, под которым я положила потроха. Обычно она к ним и не притрагивалась, но сейчас на глазах у Мбили, которая была от нее всего в 10 ярдах, уплетала их с удовольствием. Я едва успела спасти кусочки мяса с витаминами. Пусть хоть что-нибудь достанется малышам. К моему удивлению, Пиппа тотчас же вернулась к своим детям. Им было приказано сидеть на месте, пока она выясняла отношения с Мбили. И теперь все они ждали, когда я принесу им мясо, которое было у меня припрятано в корзине, подвешенной на дереве. Пока они расправлялись с мясом, Мбили подобрала все остатки от трапезы Пиппы, а потом спокойно отправилась к стаду газелей Гранта, показавшемуся на горизонте. Тут я, наконец, перевела дыхание. Слава богу, драки, кажется, не будет. Но как мне хотелось узнать, что это? Только временное перемирие? Или Пиппа и Мбили на моих глазах разошлись, чтобы никогда не встречаться? Я знала, что и львы, и волки сдаются на милость победителя в битвах за первенство. Волк опрокидывается на спину, подставляя глотку, самое уязвимое место, а лев открывает незащищенное брюхо. Ни в том, ни в другом случае победитель никогда не пользуется выгодой своего положения. Ему достаточно того, что противник признал себя побежденным. До сих пор мне никогда не приходило в голову, что точно такой же закон чести руководит и гепардами, матерью и дочерью, когда не борьба за место вожака, ни само собой разумеющаяся власть матери над детенышем не могут толкнуть их на бой. Должно быть, то, чему я стала свидетельницей, было проявлением врожденного правила. Детеныш не смеет вступать в борьбу со своим родителем, даже несмотря на бесспорное в данном случае право защищать свои владения и невзирая на явный перевес физической силы. Конечно, можно было рассуждать и так. Мбили уступила, почувствовав, что Пиппа будет защищать своих детенышей с решимостью, какой обычно не проявляют в сражениях с соперниками. Но и с другой стороны, сама Мбили могла оказаться беременной, как Уайти, и тогда у нее тоже были бы две причины вступить в бой — защита детенышей и охрана территории. Но, как бы мы ни толковали поведение Мбили, интересно вот что. За все последующие дни мы ни разу не находили ее следов ближе, чем в нескольких сотнях ярдов от Пиппы. А некоторое время спустя рабочие видели ее примерно в миле от того места, где произошла стычка. Пиппа оставалась на территории Мбили, на равнине Ганса. Это было самое сухое место во всей округе, и здесь собралось множество разных животных. Однажды мы видели, как Мбили подкрадывается к стаду из 26 кан,
где был маленький теленок. Другой раз она решила попытать счастье и стащить детеныша газели Гранта, но всякий раз мать прогоняла ее прочь. Нам было все труднее добывать коз, и мы почти обрадовались, когда Джордж наткнулся на жирафа, увязшую в жидкой грязи. Должно быть, она погибла незадолго до того, как он ее нашел. И хотя жирафа не входит в меню дикого гепарда, всем нашим ее мясо очень понравилось, и они каждое утро ждали под тем же деревом, когда мы привезем новые лакомства. Однажды нас встретила только Пиппа, и я почувствовала, что случилась беда. А когда немного погодя она позвала «пр-пр», и мыши прибежали на зов, я заметила, что Сомба как-то странно принюхивается к следам и прислушивается к шороху травы, раздвигаемой другими малышами. Когда она подошла поближе, я увидела, что оба глаза у нее закрыты и ужасно распухли. Нижние веки почернели, а глазные яблоки затянула толстая пленка, похожая на третье веко, оставив чистым только крохотное пятнышко в наружном углу правого глаза. Несчастная Сомба шла, как слепая, ловя звуки и запахи. Но больше никаких повреждений я не заметила. Должно быть, кобра плюнула прямо ей в глаза. Я дала ей вдоволь мяса, и она охотно брала его у меня из рук. Потом она даже хотела поиграть вместе с остальными детенышами, но вскоре легла и закрыла глаза. И тут только этого не хватало. Я увидела Мбили в нескольких сотнях ярдов возле дороги. К счастью, на дороге показался лендровер, и Мбили исчезла. Я узнала директора заповедника и, остановив машину, сказала ему, что с Сомбой случилось несчастье. Он посоветовал промыть ей глаза слабым раствором марганцовки. Марганцовка у меня была, и мы пошли за ней в лагерь. Возвращаясь с лекарствами в послеобеденное время, мы увидели след Мбили возле пятой мили. Очень обрадованные, что теперь их с Пиппой разделяет около 2 миль, мы пошли дальше к равнине Ганса. Наши гепарды оказались на прежнем месте. Я захватила большой кусок ваты и побольше раствора марганцовки. Вполне возможно, что почти все прольется впустую, пока я буду пытаться лечить Сомбу. Стоило мне подойти к ней, как она пришла в бешенство и стала яростно отбиваться от меня вслепую. Пришлось дождаться, когда она примется пить молоко. Тут я быстро прижала к ее глазам пропитанную раствором вату, так что ей залила марганцовкой всю мордочку. Еще 4 дня подряд я повторяла этот трюк, пользуясь любой возможностью. За это время глаза у нее почти совсем очистились, и маленькая ведьма теперь прекрасно видела, куда нацеливать свои когти. По крайней мере, эта успешная защита показала мне, что она совсем здорова, и обрадовалась, что не пришлось пустить в ход снотворное, и уже не нужно тащить Сомбу в лагерь в большой сумке, которую я прихватила на тот случай, если придется поместить ее в вольер для лечения. Я глубоко сочувствовала Сомбе, но все же не настолько, чтобы испытывать и на себе последствия встречи с коброй. А это едва не случилось. Я попросила Лакали починить пол в ванной комнате, пристроенной к моей хижине. Только он ушел, как тут же прибежал обратно и показал мне ногу, забрызганную какой-то мутной жидкостью. Это был яд плюющейся кобры. Она пряталась под досками пола, и он заметил ее, как только приподнял доску. За ту секунду, пока брошенная доска шлепнулась на место, кобра успела плюнуть. К счастью, из-за своей неудобной позиции она не попала ему в глаза. Но все же кожа, пораженная ядом, сошла, и по всей ноге остались светлые, обесцвеченные шрамы. Мы с величайшими предосторожностями снова приподняли доску, и вот она, я ясно увидел ее в полумраке, серая кобра толщиной в мою руку, свернувшаяся в тугой клубок. Мне расхотелось выгонять ее оттуда палкой. Убить такую огромную змею нам все равно было нечем, а вдруг она разозлится и начнет кусаться. Так что мы решили пойти за помощью к директору. Не успели мы отойти от лагеря, как он сам подъехал к нам на своем «Волво» с 2 ведущими осями. Только на этой мощной машине и не рискуешь застрять на наших грязных дорогах. Удивительно, что кобра
осталась на месте после того, как Локаль открыл ее убежище, а потом прихлопнул упавшей доской. Она все еще была там, и директор всадил полный заряд прямо в тугие кольца. Это было настоящее чудовище, 7 футов 4 дюйма. А самая крупная плюющаяся кобра, по авторитетным источникам, превышала 9 футов. Но с меня было вполне достаточно и 7, чтобы отбить охоту пользоваться ванной комнатой вместе с плюющейся коброй. Под досками мы нашли много углублений и вмятин. Должно быть, она довольно давно поселилась под полом. В спальне у меня обитало еще одно присмыкающееся. Самка агама, длиной примерно 1 фут. Была она тускло-бурого цвета, нищенское рубище по сравнению с броским нарядом самца, у которого бирюзовое тело и ярко-оранжевая голова. В нашем лагере поселилось несколько этих безобидных ящериц. Но именно эта самочка почти совсем приручилась. Много недель она спала в ямке у двери прямо под засовом. Она нисколько не пугалась, если я задевала ее, запирая дверь. Бок о бок с агамами ютились маленькие гекконы. Они откладывали яйца в стенах из пальмовых стволов, устраивая детские в удобных ямках, хорошо защищенных от дождей и врагов. Эти мирные существа совсем меня не боялись, особенно в сумерках, когда я включала свет, и к лампе устремлялось множество насекомых. Тут гекконы устраивали засаду и молниеносно ловили одно насекомое за другим, однако они никогда не подбирались чересчур близко к горящей лампе. Раз уж я пишу о хладнокровных животных, то надо признаться, что раньше мне было невдомек, какую помощь хищникам оказывают лягушки. Я поняла это, наблюдая за Пиппой. Уже 2 недели она провела на равнине Ганса, и вот однажды утром мы с ней внимательно прислушивались к хору лягушек. Они распевали в нескольких сотнях ярдов вверх по руслу. Внезапно кваканье оборвалось. Пиппа бросила «пр-пр», и семейство мгновенно скрылось из глаз. Потом мы нашли свежие следы льва, которые вели в канаве. Лев, очевидно, напугал лягушек, а их внезапное молчание предупредило Пиппу об опасности. Погода наконец улучшилась, и Пиппа отыскала прекрасное место для встреч под большой терминалией в миле от Мулики. Когда бы мы ни появились, стоило нам позвать, и гепарды не заставляли себя ждать, особенно если они успели проголодаться. 2 раза они не приходили, но 2 раза кружащиеся грифы приводили нас к туше только что добытой молодой газели Гранта. И каждый раз Пиппа сидела невдалеке и так долго позволяла малышам возиться с добычей, что я не сомневалась, она хочет, чтобы они научились спарывать туши брюха. Сомби было не до того. Она защищала добычу, стараясь отогнать от нее тайны, так что оставался один только Биг Бой. Ему, наконец, удалось вытащить внутренности. Только после этого Пиппа приняла участие в общей трапезе. Снова настало Рождество. К этому празднику у меня в кабинете вывелось уже 5-е поколение нитехвостых ласточек, и птенцам как раз пришла пора слетать с гнезда. Эти славные птички доверяли мне безгранично, не обращали ни малейшего внимания на мою постоянную возню прямо под их гнездышком, устроенным на стропилах. В 5 футах от гнезда я прикрепила насест, и теперь родители сидели на нем, приглашая птенчика расстаться с гнездом. Но слеток никак не мог набраться смелости и еле-еле удерживал равновесие на самом краю гнезда. Ему должно быть очень жутко, хотя родители старались подбодрить его оживленным щебетом. В конце концов они улетели из хижины, чтобы выманить птенца, и добились своего. Он нырнул вниз и спланировал на насест, цепляясь за него, как утопающий за соломинку. Родители в тот же миг прилетели и усели справа и слева от своего перепуганного дитяти, заливаясь веселым щебетом. И все это происходило в каких-нибудь 2 ярдах от моего стола, пока я писала письма. Я очень полюбила это счастливое семейство. Они жили рядом с нами уже 2 года и, очевидно, считали нас совсем безобидными существами.
Дождавшись успешного завершения этого эксперимента, я занялась новогодней елкой. Я нашла маленькое деревце Баламитиса и развесила на его длинных шипах набор елочных украшений, которые собрала за многолетнюю жизнь в зарослях. Все игрушки присланы друзьями с разных концов света, так что это была поистине интернациональная коллекция. Праздничный наряд довершила золотая мишура, и деревце выглядело хоть куда. В этом году у меня к празднику был припасен сюрприз для наших работников. Новогодняя песенка «Мирная ночь, святая ночь» на языке суахили. Эту запись мне подарили в австрийском посольстве. Перевод был сделан для африканцев в честь 150-летия со дня создания этой знаменитой австрийской новогодней песенки. И вот когда я зажгла свечи и раздала всем обычные подарки, сигареты, сласти и деньги, мы поставили пластинку на проигрыватель, который Джордж преподнес мне к Новому году. Меня глубоко тронули эти минуты. Я видела, как мои помощники слушают, а глаза их раскрываются все шире и наполняются мягким светом, потому что музыка доходила отклик в их сердцах. Как много значило для меня уроженки Австрии это впечатление, произведенное музыкой на трех простых африканцев, не видевших ничего, кроме родных зарослей. Впервые за много лет мы с Джорджем проводили рождественский вечер вдвоем, и когда свечи догорели, мы остались сидеть в темноте, глядя на мириады сверкающих звезд и слушая полные смыслы тишину, окружавшую нас. Я подумала о людях, встречающих Рождество в совершенно иных условиях, там, где неоновые огни и вспышки фейерверка озаряют темноту ночи, а громкоговорители, не смолкая, вопят новогодние песенки одну за другой, стараясь перекричать грохот уличного движения. Я думала о множестве проблем, над которыми приходится ломать голову нам, людям, с тех пор, как мы стали жить по собственным, чисто человеческим законам. Как разительно отличаются они от первозданной естественной системы ценностей, сложившейся в процессе эволюции природы за миллионы лет. Как же обитателю города, запертому в комнатах с кондиционированным воздухом, в бетонном лабиринте небоскребов, где чистый воздух и спокойствие стали недоступны роскошью, как ему понять законы экологии, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи всего живого на Земле? Ведь чувство уверенности он черпает из своего банковского счета, претендует на положение в обществе в зависимости от материальной обеспеченности, изобретает все новые синтетические заменители пищи и лекарства. Способен ли он постигнуть все вечные законы природы, которые поддерживают жизнь на нашей планете так долго, что мы и представить себе не можем? Может ли человек, непомерно раздувающий свое «я», человек, который устремил все силы своего интеллекта на уничтожение, может ли он понять, что все мы — только ничтожная часть живой материи и тоже входим в систему природного равновесия? Чем дольше я живу рядом с дикими животными, тем больше убеждаюсь, как много мы можем перенять у них, точнее, как необходимо нам учиться у них, если мы хотим выжить. Нам нужно знать, как они решают проблемы территориальной принадлежности, как варьируют свое питание. В природе различные предпочтения и вкусы в выборе пищи обеспечивают возобновление растительности и сохраняют плодородие почв. Как решают проблему регулирования рождаемости? Ни львицы, ни самки гепарда не спариваются, пока дети нуждаются в их помощи. Примечание редакции. Как воспитывают своих детей, не подавляя их своей властью? И как находят средства общения, позволяющие им лучше понять друг друга, не прибегая к насилию? Негромкий рык льва вывел меня из задумчивости и напомнил о собственных проблемах. Одна из них — как пробудить живой интерес к охране дикой природы. Многие важные проекты удалось осуществить фонду помощи диким животным в Англии, фонду Эльцы, основанному в 1961 году. Но это общество существовало в основном на гонорары, которые я получала за книги и кинофильмы. Я знала, что необходимо найти другие источники средств, когда мои заработки иссякнут.
Поэтому я основала фонд помощи диким животным и в Соединенных Штатах Америки, не только с материальной целью. Я надеялась, что мы сможем воспитать молодое поколение, которое примет горячее участие в работе по охране природы. И та, и другая организации были благотворительными и таким образом освобождались от налогов. А теперь мы поставили перед собой другую цель. Сделать так, чтобы африканская молодежь вступила в ряды защитников диких животных. Ведь именно их помощь в этом деле важнее всего. Этот план мы начали проводить в жизнь 7 месяцев назад, незадолго до того, как у Пиппы родились ее теперешние детеныши. Я решила воспользоваться временем, пока она беременна. После появления малышей мне придется быть при ней неотлучно, чтобы подкармливать ее. И вместе с одним из своих друзей поехала в заповедник Самбуру. Там мы встретились с группой африканских студентов, которые получили премии за лучшие сочинения о живой природе. Бесплатная поездка в заповедник и была им наградой. По просьбе директора я провела дружескую беседу с этой группой, и все они выразили желание организовать клуб охраны природы для африканцев. Потом студенты приезжали в мой лагерь со своими преподавателями, чтобы обсудить дальнейшие действия. В результате был проведен 3-дневный семинар, а вслед за этим получено согласие правительства поддерживать создание клубов охраны природы по всей Кении, а такие организации, как Африканский фонд охраны природы, Восточно-Африканское общество охраны природы и фонд Эльсы должны были нести необходимые расходы. Мы с огромной радостью согласились помогать в этом добром начинании, тем более что инициатива здесь целиком исходила от африканцев, которые хотели привлечь и школы, и молодежные организации к делу охраны диких животных. Нам оставалось только убедиться, что их энтузиазм не остыл. Все это было прекрасно, но меня ждал мой неотложный долг — узнать как можно больше о диких животных, ведь мне представилась единственная в своем роде возможность. На другой день мы отыскали гепардов возле 5-й мили. Моросил мелкий дождик. Пиппа была очень неспокойна и все время вытягивала шею, стараясь разглядеть что-то за высокой травой. К сожалению, на размытой дождем земле было невозможно разобрать следы, и нам не удалось узнать, что ее так взволновало. На следующее утро она опять не находила себе места и, едва успев проглотить мясо, увела детей далеко от нас на равнину. Немного погодя, на дороге нам попался след 2 львов. Внезапно у меня появилось необъяснимое чувство, что на нас кто-то смотрит. И почти в ту же секунду лакай схватил меня за плечо и шепнул, что львы затаились в кустах у самой дороги. Как только мы остановились, львы поднялись и уставились на нас. Я узнала Боя и Сасву, 2 львов из прайда Джорджа. Они повернулись и, не торопясь, пошли в сторону, противоположную той, куда ушла Пиппа. Должно быть, им стало нелегко охотиться в такой сырости около болота Мугвонга, хотя они и прожили там 2 года, и они решили отправиться на поиски новых охотничьих угодий. Из-за львов нам стало очень трудно разыскивать Пиппу. Они отлично знали мой особый сигнал, потому что я также сигналила, сообщая Джорджу о своем прибытии. И кроме того, они могли почуять запах мяса, который мы несли гепардом, и пойти следом за нами. Вернувшись в лагерь, мы узнали, что к нам заходил Угас. Хорошо еще, что своих спутников, дикого льва и львицу, он оставил ждать поблизости, пока сам обследовал наши хижины. Теперь-то я вполне поняла беспокойство, мучившее Пиппу. Она оказалась в окружении множества львов, но вся местность кругом превратилась в сплошное болото, и деваться ей было некуда. Приходилось оставаться на том небольшом участке, где мы видели ее в последний раз. Бедная Пиппа. На следующее утро она опять была на прежнем месте. Ее все так же терзала тревога. Ясно, что львы еще рыскали вокруг. Покормив наше семейство, мы проводили гепардов к невысокому термитнику. Оттуда им было удобно осматривать местность. Зато и сами не оставались на виду. Потом мы отправились домой. Мы не успели отойти и на 100 ярдов,
как из высокой травы, не больше чем в 10 ярдах от нас, показалась голова льва. От страха я застыла на месте, но тут же узнала Угаса. Он посмотрел на меня своим единственным глазом, как будто ничего особенного не произошло, почему бы нам и не повстречаться в этих местах, и через несколько минут снова скрылся в траве. Незадолго до этого ему удалили поврежденный глаз. Примечание автора. Только теперь я почувствовала, что сердце у меня опять начинает биться, ведь мы совершенно точно знали, в каком месте прячется Угас, и все же не смогли заметить ни малейшего признака, который указывал бы присутствие такого крупного животного. Уповая на то, что он достаточно сыт и не станет интересоваться молодыми гепардами, мы увели все семейство ярдов на 50 в сторону, дальше они не пошли. Наутро весь заповедник утопал в густом тумане, мы ничего не видели дальше нескольких ярдов. Такого тумана я не припомню за все 10 лет, проведенных в заповеднике. Оставалось только надеяться, что с Пиппой ничего не случится. Как я испугалась, увидев следы гепардов, перепутанные с львиными следами на дороге в канаве Ганса. Но возле сухого русла мы нашли все семейство в целости и сохранности. Они устроились на термитнике у дороги. Здесь рабочие недавно выкопали 2 глубокие осушительные канавы. Обе канавы соединяла бетонная труба, проложенная на глубине 3 футов поперек дороги. Как только туман рассеялся, молодые гепарды сообразили, что труба — замечательное место для игр. Они гонялись друг за другом по длинному туннелю. Один затаится в засаде на дальнем конце, а другой выскочит из темного отверстия или вдруг спрыгнет на противника сверху. Не игра, а сплошное удовольствие. Меня это новое развлечение несколько удивило. Совсем не в натуре гепардов забывать об опасности, они всегда оставляют свободным путь для отступления. Но, может быть, малыши вели себя так беззаботно, потому что знали, Пиппа здесь, рядом, она внимательно следит за любой опасностью, и длинная дренажная труба не превратится для них в западню. Потом игра в кошки-мышки им наскучила, и они перешли на кучи гравия, рассыпанные вдоль дороги. Не так-то просто было взбираться на сыпучий гравий, и малыши то и дело скатывались вниз, не успевая добраться до вершины. Но как только кто-нибудь становился властелином горы гравия, он яростно защищал свои позиции, если соперники дерзали подкапываться под него или тянуть его вниз за хвост. А как здорово было играть в прятки среди этих искусственных гор, даже Пиппа вступила в игру. И я с огромным удовольствием смотрела, как гепарды носятся, сломя голову, и с невероятной скоростью лавируют среди куч. Наконец, все они в полном изнеможении, запыхавшись, бросились на землю под большой терминалией. Дерево удивительно удобно росло почти на самой дороге. Оно не только давало густую тень, но и могло служить отличной сторожевой вышкой, если забраться на нижние ветки. Я села рядом с Пиппой и, гладя шелковистую шерсть, слушала ее мурлыканье. Немного погодя, и мне захотелось подремать. Я положила голову на удобное местечко, сразу за передней лапой Пиппы, и уснула, чувствуя, как дыхание ритмично опускает и приподнимает ее бок. Нашему семейству так полюбилось это место, что они пробыли там много дней, пока не возобновились дорожные работы. Тогда они ушли на милю дальше, к дереву, на котором был огромный пологий сук. Мне представилась блестящая возможность поснимать гепардов, позирующих на фоне неба, или их сражение за самое удобное место. С тех пор мы так и звали это дерево — фотодеревом. И на несколько недель оно стало нашим излюбленным местом встреч. Мне только что прислали портативный магнитофон на Релко, Филлипс, и я носила его с собой вместе с лейкой, кинокамерой Болекс и биноклем. Микрофон можно было поднести к гепардам на близкое расстояние, это их не беспокоило. И мне удалось сделать очень хорошие записи различных звуков и всех оттенков чириканья. Но кое-что записать не удалось, в том числе «уа-уа-уа», которые сомба иногда издавала, защищая свою пищу. В последнее время она стала очень неуравновешенной. Я не знала, чего от нее ждать. Только что она удивляла меня своей приветливостью
И тут же, без малейшего повода, настроение у нее резко менялось. Ежедневно разыскивая гепардов, мы иногда встречали семейство страусов. Страусята вылупились 3 месяца назад. Сначала их было 13, теперь в живых осталось только 5. Крохотные страусята были легкой добычей. Я своими глазами видела, как орел спикировал и схватил одного страусенка, прежде чем родители успели опомниться. Пиппа не могла справиться со взрослым страусом, но в свое время добыла несколько страусят. В тот день, когда детям Пиппы исполнилось 24 недели и 5 дней, я выдавила из ее сосцов последние капли молока. А ведь после второго окота молоко у нее пропало через 14 недель. Я сравнила эти сроки. Очевидно, более продолжительный период лактации связан с тем, что я давала ей ежедневно определенную дозу кальция, пока накормила теперешних малышей. До сих пор я неукоснительно соблюдала принятые мной правила. Не разрешать чужим людям приближаться к гепардам, как бы одиноко мне ни было порой, как бы не хотелось повидаться с людьми. Бывало очень досадно, когда машины с туристами объезжали мой лагерь. Повсюду уже прошел слух, что я всех отваживаю. По характеру я вовсе не отшельница, и мне подчас было очень нелегко оставаться верной своим принципам. Но все же они себя оправдали. Мои гепарды были гораздо осторожнее, чем дикие гепарды в других национальных парках. Те часто даже вскакивали в машины. Разумеется, я не могла запретить посетителям останавливаться и наблюдать за гепардами из машины, если уж им удавалось отыскать их в зарослях. В конце концов, они приезжают сюда посмотреть на животных. Но совсем другое дело, если бы я сама знакомила гепардов с чужими людьми. В этом случае они с моей легкой руки могли бы принять чужих в нашу большую семью. До тех пор, пока эта привилегия сохранялась только за мной, Локалем и Стэнли, ничто не угрожало гепардам. Как только мы расстанемся с ними, их дикие инстинкты сохранятся в полной неприкосновенности. Но теперь я была вынуждена 3 раза за 2 недели нарушить собственные правила. Прежде всего, в заповедник приехал Фрэнк Мино. Он, в сущности, помог мне удочерить Пиппу. Фрэнк не видел ее с тех пор, как появились первые малыши, так что я взяла его с собой посмотреть на гепардов. Правда, он следил за ними, не выходя из машины. Так же поступила и Перси, которая всегда живо интересовалась и Эльсой, и Пиппой с тех самых пор, как они вошли в мою жизнь. И, наконец, мой издатель Билли Коллинз захотел взглянуть на всю семью за несколько месяцев до выхода в свет книги «Пятнистый сфинкс». И хотя мои друзья изо всех сил старались не беспокоить наше семейство, я-то прекрасно знала, что с их присутствием гепарды мирятся только благодаря моему посредничеству. 18 января я получила письмо от директора национальных парков Кении. Мне предлагали 2 маленьких леопардов, чтобы я приучила их к жизни на свободе в заповеднике Меру. Директор знал, что мне очень хотелось изучить леопардов и сравнить их со львами и гепардами. Я тут же с восторгом согласилась. Я подумала, что Пиппа с ее теперешним выводком все равно будет по-прежнему держаться в стороне от нашего лагеря, и леопардов можно будет до поры до времени держать в вольере Уайти. Глава 6. Несчастный случай и его последствия. 22 января я выехала в Найроби в сопровождении Джона Баксендейла. Он помогал Джорджу в работе со львами. Я в своем новом 6-цилиндровом лендровере ехала впереди. В кузове у меня сидел один из рабочих Джорджа. Мы были уже на полпути в Найроби, когда дорога, недавно засыпанная гравием, пошла вверх по крутому длинному склону холма, а далеко внизу текла река. За поворотом я вдруг увидела, что прямо посередине дороги, в нескольких сотнях ярдов впереди, идут 2 африканца. Я сразу же стала сигналить, и у них было достаточно времени, чтобы отойти в сторону, но они, как ни в чем не бывало, шествовали вперед, взявшись за руки, и мне, чтобы не сбить их, оставался только один выход — свернуть к самой обочине дороги над обрывом. Гравий с краю еще не слежался. Машина пошла юзом и налетела на километровый столб. Больше я ничего не помню. Я пришла в себя на середине откоса в куче битого стекла, а в нескольких метрах валялась разбитая машина.
Моей первой мыслью было, что же случилось с нашим африканским помощником. Когда я окликнула его, он выбрался из машины, слава богу, отделался одной единственной царапиной на лбу. Надо сказать, что ему сказочно повезло. Машину так развернуло, что она теперь стояла задом наперед. Наверное, она перекувырнулась, падая с откосом. И еще больше нам повезло, что машина застряла в кустах на середине откоса, иначе мы свалились бы прямо в речку, а она была далеко внизу. Я решила встать, но это оказалось не так-то просто. Как только я пошевельнулась, меня всю с ног до головы пронзила боль, а правая рука была покрыта сплошным месивом из крови и грязи. С помощью африканца я выбралась наверх, к дороге, до нее было 80 ярдов, и села на землю. Кровь из моей руки хлестала так, что я могла вынести боль, только подняв руку вверх. Через некоторое время показался автобус, в котором среди других африканцев ехал местный вождь. Добрый человек залил мне руку йодом из своей аптечки первой помощи. Я совершенно не почувствовала обычного в таких случаях жжения. Надо было готовиться к худшему. Вождь предложил доставить нас в ближайшую больницу. Когда мне помогали сесть в машину, нас нагнал Джон Баксендейл. Он моментально разобрался в том, что случилось, и тут же договорился, что вождь организует охрану нашей машины, пока полиция не займется расследованием этого происшествия. Потом он повез нас в районное управление, в Эмбу, это было в 80 милях по дороге в Найроби. Я была глубоко благодарна Джону за то, что он с величайшей осторожностью объезжал все выбоины на скверной дороге и в то же время старался ехать как можно быстрее. Я никак не могла остановить кровотечение, и с моей руки натекли целые лужи крови. В африканской больнице в Эмбу мне сделали перевязку, инъекцию от столбняка, дали несколько обезболивающих таблеток и одеяло, надо было согреться, у меня зуб на зуб не попадал от пережитого потрясения. Врач сказал, что мой африканский пассажир получил только несколько царапин и завтра же сможет вернуться домой. Мы оставили ему денег на еду и на обратный билет и поехали дальше, в Найроби. Нам оставалось проехать еще 80 миль. К больнице мы подъехали в 9 часов вечера. Прошло уже 6 часов с тех пор, как случилось несчастье, и мне стало совсем плохо. Но, на мое счастье, мой старый друг, хирург Джеральд Невилл, был поблизости и немедленно приступил к операции. Она продолжалась 3 часа. Хотя тело у меня превратилось в сплошной синяк, расцвеченный всеми цветами радуги, но серьезно была повреждена только правая рука. С тыльной стороны была содрана кожа, сухожилия порваны, а кости смягчены примерно на сантиметр. Сейчас можно было сделать только одно — натянуть на рану лоскут кожи. Когда же лоскут приживется, придется пересаживать новые сухожилия из моей ноги в руку. Значит, примерно через полгода мне предстоит следующая операция. За месяц, который я провела в больнице, у меня хватило времени подумать о том, как мне повезло, что я вышла живой из этой катастрофы. И эта мысль утешала меня каждый раз, когда на меня нападала хандра. Ведь я знала, что пройдет не меньше 2 лет, и понадобится не одна операция, прежде чем я снова смогу пользоваться правой рукой, если вообще смогу. Теперь, конечно, и думать было нечего о том, чтобы брать к себе 2 молодых леопардов. Через несколько месяцев они станут слишком взрослыми для выпуска на свободу. Самая моя неотложная задача — найти кого-нибудь, кто помог бы кормить гепардов. Да и мне понадобится помощь в самых простых делах. Я не смогу сама ни одеться, ни умыться, ни нарезать еду, и со многими другими делами мне уже не справиться в одиночку. На мое счастье, в это время в Кению приехала молодая американка Мэри, которая срочно искала работу. Больше всего ей хотелось работать с животными и жить в зарослях. Это было как раз то, что мне нужно. И вдобавок она уже умела печатать на машинке и водить автомобиль. Так что мы выхлопотали ей разрешение поступить на работу. Учитывая все обстоятельства, ей пошли навстречу, хотя она и не была гражданкой Кении. Все это время Джордж и Джон по очереди возили Локали и Стэнли к нашим гепардам. Они держались далеко от лагеря, возле фотодерева.
Постепенно они переместились поближе и перешли к акации добычи в полумиле от нас за рекой. Пиппа и никогда еще не подходила так близко к нашему лагерю с теперешними детьми, хотя с Мбили, Уайти и Тату она часто бывала возле акации добычи. Это было очень удобное дерево. Гепарды отдыхали и ели в его густой тени, скрытые от грифов, которые могли бы выдать их присутствие другим хищникам. Кроме того, с нижних ветвей можно было отлично осматривать всю окружающую местность, так что гепарды легко замечали машины, подъезжающие к моему лагерю, и могли держаться подальше от чужих людей. Пиппу с семьей наши помощники видели каждый день, за одним только исключением. Поэтому они были уверены, что пока меня не было, она ни разу не убивала добычу. Когда я с Мэри вернулась, это было 22 февраля, ровно через месяц после происшествия, Пиппа с утра увела детей к дороге примерно в миле от лагеря. В следующие дни она уходила все дальше, пока не отыскала недавно вырытый карьер, из которого брали гравий, возле Васаронги, в 5 милях вверх по течению. Директор заповедника решил перевести управление заповедника из скалы леопарда в эти места, и гравий понадобился ему, чтобы засыпать строительную площадку. Дорожные работы были на время прекращены, и наши гепарды стали властелинами большой ямы. Она оказалась волшебной страной для игр, сколько там было разных насыпей и закоулков. Я не знала, как гепарды отнесутся к Мэри. Она вела машину, и мы решили, что она не будет выходить из лендровера, пока они не привыкнут к ее присутствию. А чтобы облегчить знакомство, мы захватили с собой целую овцу. Я прогудела знакомый сигнал, и гепарды очень скоро явились. Не обращая внимания на белые бинты у меня на руке и на ноге, малыши набросились на тушу, а Пиппа села рядом и смотрела, как они теребят и дергают шкуру, стараясь добраться до мяса. Я села рядом и гладила ее, а она, мурлыкая, лизала мне руку. Как часто я мечтала об этом, лежа в больнице. И теперь я была совершенно счастлива. Я знала, что и она тоже радуется нашей встрече. Малыши выглядели отлично, хотя у них уже выпали все молочные зубы. Я разглядела, что постоянные клыки выросли на 2 миллиметра. Малышам уже исполнилось 7 месяцев и 10 дней. Пока меняются зубы, им ужасно трудно жевать, а тем более вскрывать тушу. И я им очень сочувствовала, видя, как они отчаянно пляшут вокруг туши, непрерывно теребя ее. Меня очень обрадовало, что, несмотря на мое долгое отсутствие, малыши по-прежнему мне доверяют. Сомба бросилась было на меня, но, услышав решительное «фу», успокоилась и даже разрешила мне скормить ей из рук немного внутренностей. Биг Бой в поощрении не нуждался и живо уплел все, от чего отказались остальные. Только Тайни все еще дожидался уговоров и предпочитал лучше остаться без еды, чем ввязываться в драку. Внезапно вдалеке показались 3 страуса. Все гепарды тут же вскочили и с рычанием проводили злыми глазами птиц, которые неторопливо шествовали дальше. Гепарды снова начали есть только тогда, когда поставили часового наблюдать за страусами, пока те не скрылись из глаз. Вскоре я вздрогнула, услышав в ярдах 500 от нас шум трактора. К моему удивлению, гепарды и ухом не повели. Впрочем, они точно так же никогда не обращали внимания и на самолеты. Мэри все утро просидела в машине. И Пиппа, быстро познакомившись с ней, как будто бы приняла ее в компанию. На следующее утро гепардов нигде не удалось обнаружить. Мне это было даже на руку, потому что мясо у нас кончилось, и я могла предложить гепардам только молоко. Немного позже я повезла 3 друзей осматривать парк. По дороге мы еще раз остановились у карьера и увидели гепардов на самом открытом месте. Они явно нас поджидали. Мои друзья, разумеется, остались в машине, а я понесла тазик с молоком малышам. От жадности они сунулись к молоку все втроем, столкнулись головами и едва не пролили все на землю. Особенно трудно было удерживать тазик одной левой рукой, и мне очень хотелось, чтобы Мэри поскорее подружилась с гепардами и помогала бы мне кормить их. На другой день у меня оказалось для гепардов редкое лакомство — мясо буйвола,
отстрелянного для контроля. Я часто задумывалась, отчего гепарды так любят мясо буйволов и зебр. Ведь этих животных им почти никогда не удается убить, разве что самых маленьких. Но они просто обезумели, когда мы дали им мясо, и наелись так, что животы у них чуть не лопались. Особенно поразила меня сомба. Я никак не ожидала, что она способна съесть столько мяса за раз, при этом так яростно вырывая у Пиппы все лакомые кусочки. Главной ее заботой было следить, чтобы никто другой не съел больше. Но, тем не менее, она успела два раза броситься на меня, когда я доливала воду в тазик, и оба раза я остановила ее твердым «фу». Когда она поняла, что не в силах больше проглотить ни кусочка, она уселась рядом со мной, не спуская с меня глаз. Нас разделяло всего несколько сантиметров, и хотя я рисковала, она могла порвать меня, я все же выдержала ее долго испытующий взгляд, в котором, казалось, был вызов. Посмотрим, кто из нас главнее. Я сидела совершенно неподвижно и только смотрела ей прямо в глаза. И это тянулось долго-долго, пока, наконец, она не успокоилась и не улеглась. Теперь больше, чем когда-либо, я была убеждена в том, что сомба злится только тогда, когда ее подстрекают инстинкты защиты еды или своей территории. А как только она поймет, что на ее права никто не посягает, она становится такой же мирной, как и ее братья. Биг Боя ничто не могло вывести из равновесия. Он был невероятно покладист и уверен в себе. И остальные двое почти никогда не пытались вырвать у него еду, а с Пиппой схватывались то и дело. Но теперь-то все семейство так наелось буйволиного мяса, что никому не хотелось ссориться. Оставалось только лежать, отдуваясь кверху животами. Я решила, что сейчас самое время представить им Мэри, и сделала ей знак, чтобы она подошла. Очень медленно она опустилась на землю рядом со мной, а с другой стороны дремала Пиппа. Я стала гладить Пиппу, и Мэри потихоньку присоединилась ко мне, а потом она уже гладила Пиппу одна, без меня. Сомба следила за нами, полуоткрыв глаза, готовая броситься на защиту матери, но увидела, что та совершенно спокойна, и тоже успокоилась. Так мы все мирно проспали полуденную жару. Но вот Пиппа наконец решила, что пора двигаться. Она медленно пошла от нас с Биг Боем и Тайне, ее набитое брюхо так и раскачивалось на ходу, а сомба, которая слопала больше, чем все остальные, стала искать, нет ли еще мяса. Наткнулась на кусок слишком большой, чтобы можно было его взять в пасть, вцепилась в него и поволокла прочь. Трудно поверить, но на следующий день она опять проголодалась, и когда я давала мясо другим, ходила за мной по пятам, чтобы проверить, не обошли ли ее при дележе. А вообще она стала очень приветливой и ни разу не пыталась на меня броситься. Наверное, теперь она считала, что я главнее. Бедняга Тайни был не в своей тарелке. Он сидел с ужасно отвисшим брюхом и отказывался от еды, которую я ему протягивала, предпочитая есть травку. Должно быть, Тайни просто перехватил буйволиного мяса, и этим объяснялось его неважное самочувствие. На другой день все снова было в порядке. Вряд ли какой-нибудь другой матери приходилось воспитывать троих детей, которые бы сильнее различались по характеру и внешне, чем дети Пиппы. И я с каждым днем все сильнее поражалась, как это она умеет сладить с каждым из них, не раздувая соперничество и никого не подавляя. В течение нескольких дней она понемногу переходила к фотодереву. Там мы и обнаружили наших гепардов на следующее утро. Должно быть, у Биг Боя и Тайни болезненно резали зубы. Они грызли кору и чесали их о разные палочки, пока сомба, не теряя времени, расправлялась с принесенным нами мясом. Потом я фотографировала Тайни и Пиппу, когда они сидели на большом суку. Вдруг Тайни как-то странно зарычал, и все молодые в мгновение ока бросились спасаться от дрофы Кори, которую Тайни приметил издалека. Пиппа тоже видела эту большую птицу, но не подумала тронуться с места.
Успокоенные этим, малыши вернулись обратно и снова принялись за еду. Уже 2 дня у меня нарывали пальцы на ноге. Их оперировали еще в больнице. Ходить я не могла, и поэтому Мэри с помощниками отправились с гепардом без меня и снова встретили их у фото дерева. Потом они рассказывали, что во время еды Тайни опять поднял тревогу, и все гепарды отбежали ярдов на 50. Там они остановились и смотрели, как с другой стороны к ним подходит Мбили. Когда Мбили подошла к нашей машине ярдов на 100, она стала пользоваться ею как прикрытием, но добилась только того, что все семейство сбежало, и больше их никто не видел. Лакай, которому я дала строгие указания никогда не кормить никого из прежних детей Пиппы, разве что в случае болезни, собрал остатки мяса и привез их обратно. Мне не верилось, что на этот раз Пиппа признала себя побежденной. Единственное объяснение, которое пришло мне в голову, то, что фото дерева было в глубине территории Мбили. К этому времени почва в окрестностях достаточно просохла, и Пиппе было куда уйти. После обеда ко мне в лагерь приехала группа посетителей, и среди них оказался доктор. Я решила спросить его, как быть с моими пальцами, и он сказал, чтобы я как можно скорее отправлялась в больницу. На мое счастье, на завтра директор должен был лететь в Найроби и захватил меня, избавив от 10-часовой поездки в машине. Но на этом мое везение кончилось. В больнице меня продержали 2 недели. Мэри в мое отсутствие вела дневник, и в нем было записано, что гепарды оставались под фотодеревом еще 10 дней. Они позволяли ей держать тазик с молоком, и все разом совали туда головы, но прошла неделя, прежде чем они стали друзьями. Пиппа первая подошла к Мэри и легла у ее ног, а когда Мэри стала ее гладить, она громко замурлыкала. Сомба тем временем была поглощена охотой на Стэнли, стараясь отвоевать у него пустую корзину из-под мяса. Она вцепилась в корзину зубами, и некоторое время они тащили ее в разные стороны, кто кого перетянет. Наконец Сомба спасовала и тоже отправилась к Мэри. Внимательно осмотрев ее и обнюхав руки, она устроилась рядом. Тогда и Тайни тоже решил познакомиться с Мэри поближе. Кстати, он сразу же сообразил, что раз меня нет, то некому подносить ему кусочки, и стал свирепо сражаться с каждым, кто осмеливался посягнуть на его мясо. И так научился защищать свою долю, что заставил даже Сомбу уважать себя. Как-то утром Пиппа пришла к фотодереву одна. Немного погодя, она позвала малышей низким стонущим звуком, но, не дождавшись ответа, повела Мэри и африканцев к Мулике на расстоянии около полумили. По дороге она еще 2 раза взбиралась на деревья и звала детей. Дети, наконец, нашлись на той стороне речушки. Тогда все вернулись обратно к мясу, которое было на всякий случай заперто в машине. 10 дней подряд все шло отлично. Но вот однажды утром Мэри приехала в лендровере к фотодереву. Не успел Локаль выйти из машины, как навстречу ему из травы поднялись 2 львицы, которые тотчас убежали. Стоит ли говорить, что наше семейство скрылось из этих мест и не давало о себе знать целых 5 дней? Глава 7. Малыши подрастают. Когда я вернулась, гепарда все еще не было. Но меня встретило известие, что несколько дней назад, это случилось 9 марта, Бой напал на сынишку директора. Бой — это один из львов Джорджа. И он, и его сестра Герл играли главные роли в фильме «Рожденные свободной». Когда съемки закончились, владельцы подарили этих львов Джорджу, чтобы он приучил их к жизни на свободе. Позднее к ним присоединился Угас, а затем еще 4 львенка, лев и 3 львицы. Несмотря на разницу в возрасте и воспитании, они составили 1 прайд. Только Бой и Герл никогда не расставались, и недавно у них родилось 2 львят. Оба они с детства привыкли к людям и были самыми ручными из всего прайда.
Этот случай произошел всего в нескольких сотнях ярдов от фото дерева. Джон Баксендейл встретил Боя на дороге и решил доставить его в лагерь Джорджа, до которого было 12 миль. Поэтому он разрешил Бою спрыгнуть на крышу лендровера и поехал дальше. Тут навстречу им попался директор. Он ехал в своей открытой машине с женой и двумя детишками. Все они сидели рядом с ним на переднем сиденье. Директор остановился в нескольких футах от машины Джона и вышел, чтобы поговорить с ним. Пока они разговаривали, Бой спрыгнул с крыши лендровера и стал неторопливо подходить к машине, где сидели дети и жена директора. Директор подумал, что Бой хочет вскочить в его машину, быстро сел за руль и включил мотор, собираясь отъехать. Но Бой уже был возле машины. Мгновенно он поднялся на задние лапы, навалился на директора и схватил за руку 4-летнего мальчугана, который сидел между отцом и матерью. В эту минуту машина рванула вперед и потащила за собой Боя. Так он и шел на задних лапах, пока не выпустил из пасти руку малыша. Директор все время бил Боя кулаком, а мать крепко держала ребенка, прижимая к себе и маленькую дочку, сидевшую у нее на коленях. Бой от начала до конца не проявил ни малейшей злобности, а он обязательно разозлился бы, если бы у него отнимали законную добычу, то есть если бы он считал ребенка своей добычей. И хотя Бой глубоко прокусил малышу предплечье, оказалось, что не разорвана ни одна мышца, не раздроблена ни одна косточка. Все это произошло в субботу вечером, а потому невозможно было достать самолет, чтобы доставить мальчика в Найроби. Пришлось отвезти его в больницу Миссии, всего в части езды от холма Ньямбени, и там ему зашили и перевязали раны. Этого как раз и не следовало делать. Раны, нанесенные хищниками, никогда не нужно завязывать, и всегда оставляют открытыми на случай нагноения. Наутро рука у малыша воспалилась, и доктор, прилетевший из Найроби, начал с того, что снова открыл раны. У всех у нас камень с души свалился, когда мальчик, пробыв 6 недель в больнице в Найроби, вернулся совершенно здоровым. Этот случай привлек внимание прессы и вызвал горячие споры. Правительство разрешило оставить Боя в заповеднике мэру при условии, если Джордж отныне не будет показывать своих львов посетителям и перестанет их подкармливать. К счастью, они уже стали вполне самостоятельными. Примерно в это же время была составлена подробная программа действий для меня. В ней было указано, какую работу с гепардами мне разрешают проводить. Мы уже давно договорились с руководством, что я закончу свою работу к концу текущего года. Теперь в дополнение к этому соглашению я должна была убрать коз из Кенмер-Лоджа за пределы парка и постепенно уменьшать подкормку гепардов, а к 1 декабря совсем прекратить кормление. Когда мы с Джорджем приступили к выпуску наших зверей на свободу, это было 4 года назад, мы решили, что расстояние в 12 миль между нашими лагерями вполне достаточно, чтобы львы и гепарды не заходили на чужую территорию. Но в последнее время львы стали все чаще вторгаться во владение Пиппы и, конечно, мешали ей свободно передвигаться. Так что для меня было полнейшей неожиданностью, когда семейство в один прекрасный день явилось прямо ко мне в лагерь впервые за все 8 месяцев жизни малышей. Они ужасно нервничали и подозрительно приглядывались к каждому движению моих помощников, хотя те и ушли в дальний конец лагеря. Я положила мясо с другой стороны, рядом с моей спальней и недалеко от дерева мостика, чтобы семейство могло незаметно скрыться, если ко мне пожалуют гости. Малыши похудели, но были не так уж голодны. Должно быть, Пиппа за эти 5 дней хоть раз, но удачно поохотилась. Я стала обирать с нее клещей и гладить ее, а она ласково мурлыкала и лизала мою руку. Наверное, малыши, увидев это, почувствовали себя в безопасности, потому что вскоре принялись за еду. К сожалению, у нас не хватало мяса, чтобы накормить их досыта. Да и то, что было, уже порядком подпортилось. Так что немного спустя Пиппа перевела детей по дереву мостика на другую сторону реки, в равнины Гамбо,
и вернулись они только на закате. Тем временем мы привезли из Кеннера козью тушу, и гепарды с жадностью на нее набросились. Пока они ели, я села поближе, охраняя семейство от хищников, которые могли оказаться поблизости. Кругом стояла тишина, нарушаемая только ритмическим стрекотанием сверчков и цикад. Их стройный хор всегда начинает звучать с наступлением сумерек, зачавканием гепардов. Гепарды, без сомнения, слышат гораздо больше разнообразных звуков, чем мы, люди, и они напряженно вслушивались в вечернюю тишину. Наконец, уже после 8 часов вечера они ушли за речку. А немного погодя, мы услышали поблизости рычание 2 львов. Должно быть, при таких обстоятельствах Пип посчитала наш лагерь самым безопасным местом, потому что на другой день после обеда пришла снова. Когда гепарды уже начали есть, подъехал Джон Баксендейл. Я тут же послала Мэри остановить его, но малыши уже убежали по дереву на тот берег и решили свернуться обратно, только когда Пиппа позвала «пр-пр-пр». Еще 2 дня семейство продолжало приходить в лагерь. Малыши были напуганы и издерганы, такими я их еще не видела. И меня нисколько не удивило, что Пиппа в конце концов увела их на равнину Мулики. После недавних дождей трава там поднялась слишком высоко, и чтобы избежать опасности или высмотреть добычу, Пиппе приходилось почти все время проводить на деревьях. Однажды она сидела на одном суку с большим коршуном, который все утро не трогался с места, надеясь поживиться остатками мяса, и не обращал на нашу возню внизу никакого внимания. Пиппа же его совершенно не замечала. Однажды за мясом явились только малыши, а Пиппа осталась в стороне, ярдах в 300. Я отнесла ей немного еды и стала гладить ее, но так и не смогла заставить хоть что-нибудь съесть или выпить. Она все время не сводила глаз с равнины, а потом ушла, принюхиваясь к ветру. Я послала Кале разведать, в чем дело, но он не нашел ничего такого, что могло бы ее встревожить. Как только малыши обнаружили, что остались одни, они ужасно разволновались. Особенно встревожен был Биг Бой. Я впервые услышала от него тот же негромкий стонущий зов, который всегда издавала Пиппа, когда волновала за своих детей. Пока Биг Бой и Тайни, принюхиваясь, шли в ту сторону, куда скрылась Пиппа. Сомба схватила в зубы самый большой кусок мяса, какой могла утащить, и только тогда рысцой потрусила за ними. Малыши росли как на дрожжах, и нам было нелегко доставать коз, чтобы накормить их досыта. Аппетит у них рос с той же скоростью. До сих пор за стадом в Кеннер-Лодже присматривал мальчик, да еще там жили 2 сторожа с семьями. Но за последнее время дом так обветшал, что было решено оставить его, и сторожи отозвались. Было бы нехорошо оставлять мальчишку в одиночестве. Я тут же наняла старика, которому уже случалось охранять стада с копьем в руках. Когда он приехал и привез жену, я объяснила ему, что он должен немедленно сообщать мне о нападении на коз любого хищника и, по возможности, представлять нам в доказательство следы животных или остатки жертвы. Несколько дней все шло хорошо. Но вот однажды утром пастух доложил, что вечером лев утащил козу. Однако ночью шел дождь, и поэтому ни выследить льва, ни найти остатки добычи не удалось. Через 3 дня пастух сообщил, что 2 льва утащили 2 коз. Как только он выпустил их с утра попастись. Все козы разбежались и запутались в траве, а собрать их он не может, боится, что львы еще близко. Я поехала за Джорджем, и он до самой темноты осматривал местность, но ни следов разбежавшихся коз, ни следов львов не обнаружил. Нужно было срочно раздобывать мясо для гепардов, и на следующее утро я поехала в Кеннер за новой козой. Козы все еще сидели в заперти, в давно нечищенном сарае, а пастух мирно спал. Наполовину проснувшись, он стал убирать грязь.
а я пошла с его женой в хижину, стоявшую неподалеку. В хижине я увидела три козьих шкуры, распяленные на земле для просушки, котел, полный вареного мяса, и половину козьей туши, подвешенную про запас. Нетрудно догадаться, почему Джордж не сумел отыскать остатков львиной трапезы, не говоря уже о следах самих львов. Как не понять праведного гнева этого человека, когда он узнал, что получает расчет, что ему придется распроститься с праздной жизнью? За это неплохо платили, да вдобавок он еще был полновластным хозяином полуразрушенного имения и через день получал даром целую козу, стоило только свалить всю вину на воображаемого льва. Пока я подыскивала пастуха понадежнее, присматривать за козами пришло Стэнли. А тут еще Мэри понадобилось уехать на неделю в Найроби, чтобы утрясти какие-то домашние дела, которые накопились с ее приезда в Кению, так что мы опять остались вдвоем с Локалем. Опять нам одним пришлось заботиться о гепардах. Так мы и побрели к ним. Я, увешанная камерами, биноклем, магнитофоном и мегафоном, и Локаль с корзиной мяса, бидоном воды и винтовкой. Наконец мы нашли их далеко на равнине Мулики. За несколько следующих дней они прошли по большому кругу и вернулись обратно к нашему лагерю. Вот уж этого я меньше всего хотела. Не хватало только, чтобы они привыкли к лагерю. Но все хитрости, на которые я пускалась, чтобы отвадить семейство, не помогли. Гепарды только перешли через речку и на несколько дней обосновались под акацией добычи. Однажды мы видели, как Пиппа подкрадывается к стаду из 12 водяных козлов. Она едва не схватила козленка, но мать его отбила. Я со страхом смотрела, как антилопа пытается ударить Пиппу копытами, защищая своего малыша. Ведь взрослый водяной козел весит до 400 фунтов, а Пиппа никак не больше 120, так что перед ней был действительно серьезный противник. Поскольку и на этот раз не удалось никого добыть, Пиппа решила на следующее утро прийти в лагерь в сопровождении Сомбы и Тайни. Бигбоя нигде не было. Пока я кормила мать с детьми, Локаль пошел искать его и увидел далеко за акацией добычи. Как ни старался Локаль подманить к себе Бигбоя, ему пришлось возвратиться ни с чем. Тогда мы с помощью мяса заманили к акации добычи всех остальных гепардов. Конечно, Бигбой видел и всех нас, и корзину с мясом, но не тронулся с места. Только когда мы в полном составе подошли к нему, он соблаговолил последовать за нами к акации добычи. Это внезапное проявление независимости удивило меня. Ему ведь было всего-навсего 8,5 месяцев, и в таком раннем возрасте расставаться с матерью, да еще когда хочется есть, а он был ужасно голодный, стоило посмотреть, как он набросился на мясо. В лагере Сомба вела себя за едой, как хорошая девочка, а тут вдруг снова вспомнила все кровожадные приемы защиты добычи и стала бросаться на меня с такой яростью, что пока семейство обедало, я не смела пошевельнуться. Но вот, наконец, даже Сомба не могла проглотить больше ни кусочка мяса и пошла вместе со всеми под колючий куст, который виднелся поблизости, чтобы поспать после сытного обеда. По пути туда Сомба наткнулась на Локаля и Стэнли. Они преспокойно сидели на травке. Я сделала им знак, чтобы они сидели, не двигаясь. А Сомба тем временем кружила совсем рядом и нахально обнюхивала их головы. Да, положение было не из приятных. Стоило кому-нибудь из мужчин сделать неверное движение, и это могло плохо кончиться. Но они оба смотрели прямо в глаза Сомбе и не проявляли ни малейшего страха, как бы близко она ни подходила. Наконец она, видимо, удовлетворила свое любопытство и отправилась подремать. К вечеру семейство опять явилось в лагерь. Я протянула малышам тазик с молоком. И Сомбу опять было не узнать. Я даже отняла его у нее из-под носа, чтобы молоко досталось и остальным. И вот как только я наклонилась, чтобы взять корзину с мясом и подвесить на дерево, Сомба изо всех сил ударила меня когтями по голове. Просто счастье, что на мне был пробковый шлем.
а то она сняла бы с меня скальп. Долго еще она подстерегала каждое наше движение. Мы даже не могли покормить гепардов, потому что она тут же бросалась на нас. Наконец она сунула голову в тазик с молоком, а мы воспользовались этой минутой и быстро схватили мясо. Только когда Сомба поняла, что никто не собирается украсть у нее ее долю мяса, она опомнилась. Порой Сомба вела себя как настоящая маленькая разбойница, но подчас она умиляла нас. Стараясь разобраться в своих противоречивых побуждениях, она непременно бросалась на всех, кто осмеливался двигаться, когда она ела мясо на своей территории. Но когда она обедала в лагере, мы не замечали ни малейшего намека на враждебность. Она явно отличала еду на свободе от еды в лагере. И я подумала, наверное, она чувствует, что в жилище людей она не у себя дома. Но какие бы соображения на этот счет у нее ни были, мое решение оставалось неизменным — держать семейство подальше от лагеря, чтобы малыши не привыкли к людям, за исключением тех случаев, когда этого никак нельзя избежать. В последнее время я записала на магнитофон разные звуки, издаваемые гепардами. Большинство из них поразительно походило на чириканье птиц. Особенно похоже на птичьи крики было металлическое щебетание. Когда я разыскивала гепардов, то нередко ошибалась, принимая птичьи чириканья за щебетание маленьких гепардов. Я много раз проигрывала гепардам свои записи, но их собственный визг в драке за еду, чириканье или мурлыканье оставляли их совершенно равнодушными. Однако сегодня, когда я дала им послушать свирепое рычание, которое записала накануне, они тут же удрали. Почти так же реагировала на записи и Эльза с ольвятами. Они не обращали внимания на записи своих собственных голосов. Но как только узнавали рычание своего смертельного врага, свирепые львицы мгновенно мчались прочь. Джордж в это время воспитывал маленькую львицу, брата которой загрыз леопард. Они родились у одной из львиц, выпущенных Джорджем на свободу. И та была образцовой матерью, но после трагедии потеряла всякий интерес к оставшемуся в живых львенку. Джордж встретил маленькую львицу, голодную и неприкаянную. Она обязательно погибла бы, если бы он не взял ее к себе. Он назвал львенка Сэнди и поместил у себя в лагере. Сэнди была совсем дикой и необщительной. Она встречала в штыки все наши попытки подружиться с ней. Когда к ней подходили, она перебегала из одного укрытия в другое, а когда Джордж протягивал ей еду, встречал его рычанием и шипением. Я старалась как можно чаще выбрать свободную минуту, чтобы помочь ее кормить. Заползая под кровати и под машины, играя с ней в прятки среди баков с бензином, прокрадываясь сквозь кукурузу, посаженную поваром Джорджа возле кухонного навеса, я упорно протягивала ей миску с молоком и кусок мяса. Постепенно мне удалось завоевать ее доверие. Она даже разрешала иногда вытащить у нее одного-другого клеща, но приходилось следить за собой, чтобы не напугать ее излишней фамильярностью. Сэнди радовалась и забывала о страхе только тогда, когда слышала вдалеке львиное рычание, или когда в лагерь заходил один из львов Джорджа. Тут она начинала носиться взад-вперед вдоль решетки и звала-звала своих, пытаясь просунуть лапку сквозь решетку, чтобы дотянуться до сородича. Но было бы недопустимым риском пустить ее в прайд, пока она достаточно не подрастет, чтобы поспевать за взрослыми. Мать, увидев Сэнди за решеткой, не обратила на нее особого внимания, но и враждебности тоже не проявила. Поэтому через несколько недель Джордж решил выпустить Сэнди из вольера в присутствии матери. Он надеялся, что они узнают друг друга и снова будут вместе. Как только дверь отворилась, Сэнди со всех ног бросилась к матери, но ее встретили не лаской, а свирепым укусом. Бедный маленький зверь, она уползла и спряталась в густой траве за лагерем, так что Джордж еле-еле отыскал ее и опять привел в вольер. Теперь ей нужно было лечиться не только от укуса, но и от травмы, ведь ее прогнала собственная мать.
У меня сердце разрывалось, когда я видела, как она следит за матерью из-за решетки, притихнув, не трогаясь с места. Она уже никогда не радовалась, как раньше. Но не подумайте, что Сэнди смирилась с неволей. Вскоре две львицы из прайда Джорджа стали ей интересоваться. И как чудесно было видеть, что эта дружба крепнет день ото дня, невзирая на разделявшую их решетку. Наконец Сэнди взяла свою судьбу в собственные лапы и совершила побег к вольной жизни и к своим друзьям. Это упорное нежелание Сэнди превращаться в ручное существо и то, как относились к моему лагерю дети Пиппы, позволяют мне утверждать, что мы можем спасти от вымирания и львов, и гепардов. Надо выращивать молодых животных в естественных условиях до тех пор, пока они не станут взрослыми, и у них не появятся дикие детеныши. А тем временем Сомба стала даже более дикой, чем мне хотелось бы, и однажды выплеснула весь тазик с молоком прямо мне в лицо. Она была полна неистовой злобы, и порой я боялась, что она не совсем нормальна. Все почему-то думают, что гепарды робкие и не опасны по сравнению со львами и леопардами. Это верно только отчасти. Гепарды никогда не становятся людоедами, но если их разозлить, они очень опасны. Я сама оказалась свидетельницей одного несчастного случая, когда ездила в каньон Олдауэ в Серенгети. Выезжая из каньона, мы увидели старика Масаи. Он поддерживал мальчика, который был весь в крови и едва мог двигаться. С трудом разбирая возбужденный и сбивчивый рассказ старика, мы выслушали довольно жуткую историю. Молодой пастух вдруг увидел, что гепард подкрадывается к одной из его коз. Он бросился защищать своих подопечных и метнул в гепарда копье, но промахнулся и остался безоружным как раз в момент, когда гепард напал на него. Мальчик вытащил нож и несколько раз ударил гепарда, а тот терзал его все сильнее. Нож застрял в теле зверя, и он бросился бежать, оставляя кровавый след. Услышав крики мальчика, старый Масаи кинулся на помощь. Он успел заметить, как гепард скрылся в глубине зарослей. Мы отвезли мальчика в лагерь Олдауэй. Там ему промыли и перевязали раны, а потом отправили в больницу. Конечно, мне очень хотелось узнать, что произошло с гепардом, и я поехала обратно. Там уже собрались несколько масаи. Они прочесывали заросли с копьями наперевес и кидали в самую чащу камни, чтобы выгнать гепарда. Люди попросили у меня спичек, чтобы поджечь кустарник, но я сказала им, что не курю, и поэтому спичек у меня с собой нет. Впрочем, это их не смутило, и они принялись добывать огонь древним способом — трением палочки о кусок сухого дерева. Пока они были поглощены этим занятием, я обошла густой кустарник кругом и с радостью заметила, что нигде поблизости нет ни одного следа гепарда. В последнее время Пиппа держалась как-то более отчужденно и проводила вместе со мной ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы поесть. До того, как появилась Мэри, Пиппа всегда старалась выказать мне свою любовь. Неожиданно терлась головой и прижималась ко мне, ловила мои ноги, игриво прикусывала руку, а когда она бывала довольна, как она мурлыкала, какими ласковыми глазами смотрела на меня. Что говорить, мы обе знали, что это настоящая дружба. А теперь кругом все время сновали какие-то люди, ни на минуту не оставляя нас в покое. Какие уж тут нежности! Куда бы Пиппа ни повернулась, ей тут же или совали в самую морду микрофон, или нацеливали на нее камеру, или глазели на нее в бинокли. Как и Эльса, Пиппа терпеть не могла фотографироваться и просто не выносила, чтобы ее рисовали. Казалось, обе они, благодаря обостренной чувствительности, всегда знали, рассматривают их субъективно или объективно. Они понимали, когда я смотрю на них просто так, ради них самих, а когда вижу в них всего-навсего модель, хотя вела я себя всегда совершенно одинаково. Теперь я с болью заметила, что наши близкие отношения очень пострадали. Конечно, мне пришлось ежедневно брать с собой Мэри, но только потому, что я хотела, чтобы они подружились,
ведь я знала, что скоро мне нужно будет уехать в Лондон, предстояла вторая операция. И мне очень хотелось, чтобы к тому времени Мэри завоевала полное доверие гепардов и могла бы заботиться о них, пока я не вернусь. Я рассказала Мэри, что Пиппа в последнее время стала отдаляться от меня, и мы решили, что теперь Мэри будет подходить к гепардам только на время кормления, а потом посидит, почитает в машине. Я же буду оставаться рядом с Пиппой до тех пор, пока не вернется наша прежняя дружба. Я была тронута до глубины души, увидев, как на следующий день Пиппа сразу же заметила, что мы наконец-то остались одни. Наевшись, гепарды ушли подальше от Мэри и от моих помощников. Я пошла за ними и легла на землю между Пиппой и малышами, которые мохнатой кучкой улегли в тени под кустиком. Я погладила Пиппу, и вдруг она прижалась головой к моей голове и замурлыкала так громко, что я почувствовала, как это мурлыканье отдается у нее во всем теле. Я поняла, что путь в ее таинственный мир снова открыт для меня, и дала себе слово, что отныне буду строго охранять наше уединение, чего бы мне это ни стоило. По-моему, Пиппа разделяла мои чувства. Она превратила эти моменты наедине со мной в своего рода ритуал, и каждый день всеми правдами и неправдами ухитрялась урвать время на это удовольствие, которое считала своей особой привилегией. Последнее время семейство не отходило от фото дерева дальше, чем на милю, и Пиппа стала забираться на крышу у лендровера, чтобы избавиться от бурной возни своих детей. Они никогда не преследовали ее в этом надежном убежище, но, набегавшись до изнеможения и собираясь передохнуть, они резким металлическим чириканьем звали ее спуститься вниз. Сомба кричала громче всех, и никакие слова не могли бы яснее выразить обиду малышей, когда Пиппа не обращала внимания на их дружный чирикующий зов. Как-то утром малыши заметили в траве что-то невероятно интересное. Видя, как они осторожно подкрадываются, а потом отскакивают, я решила, что это змея. Я схватила палку и, с не меньшей осторожностью, стала подбираться к змее, как вдруг оказалось, что это всего-навсего монитор. Эта большая безобидная ящерица попала в окружение. И чтобы отпугнуть маленьких гепардов, ей оставалось только угрожающе раздуваться. Она сделалась похожей на маленького дракона. При этом она так била хвостом и так страшно шипела, что даже я перепугалась. А уж я-то прекрасно знала, что это чистейшее представление. Но, должно быть, увидев рядом с гепардами еще и меня, ящерица не выдержала. Собравшись с духом, она громко зашипела и молнией пронеслась мимо ошеломленных малышей. Они не погнались за ней, а просто не торопясь ушли с этого места, как будто ничего не произошло. Потом они подошли к фотодереву, где уже ждала Пиппа. В этот день Сомба проявила такое дружелюбие, какого мне еще не приходилось видеть. И это несмотря на то, что у нее, как и у Бигбоя, текла кровь из десен между нижними клыками и коренными зубами. Тайни чувствовал себя неважно и держался в сторонке. Когда Пиппа ласково подтолкнула его, словно приглашая поиграть вместе со всеми, он тихонечко отошел подальше и с безопасного расстояния смотрел на всех большими грустными глазами. Как он напоминал мне Мбили в таком же возрасте. И тревожилась я за него так же, как за нее. Может быть, у малышей просто болезненно резали зубы. Им исполнилось уже 9 месяцев, и если судить по предыдущему помету Пиппы, к этому времени у них уже должны были прорезаться постоянные зубы. Через несколько дней Локаль отыскал гепардов возле канавы Ганса, там, где 5 месяцев назад Мбили капитулировала перед Пиппой. Пиппа решительно завладела теперь территорией своей дочери. Но ведь болота в ее собственных владениях уже просохли, и никакой уважительной причины для оккупации территории Мбили у нее не было. Вскоре после этого Локаль заметил Мбили в 400 ярдах от фото дерева. Оно тоже находилось в ее владениях. Она подпустила его достаточно близко, и он хорошо рассмотрел ее. Но когда стал подходить ближе, она убежала. Чтобы не спугнуть,
Он оставил ее в покое и пошел за мной. Но когда мы вернулись, Билли уже не было. По следам мы узнали, что она перешла через дорогу раньше, чем Пиппа с детенышами прошла по ней к фотодереву, где они ежедневно играли. И теперь они уже поджидали нас там. Билли Уайти и Тату исполнилось уже 2 года 8 месяцев, и 14,5 месяцев минуло с тех пор, как я в последний раз покормила всех троих вместе. После этого, когда бы я их не встречала, они выглядели великолепно и все были крупнее матери. Однажды вечером я нашла в своей спальне птенца птицы-мыши. Он еще не умел летать и, трепыхаясь, неловко прыгал по хижине, как вдруг я увидела, что он опирается на одну лапку, вместо другой осталась только култышка. Я быстро взяла картонную коробку, постелила в нее травки, посадила туда перепуганного птенца и поставила на ночь поближе к себе. Перед рассветом птенец стал кричать. Я тщетно старалась подкормить его хлебными крошками и коноплей, но тут из кустов поблизости раздался крик его матери. Тогда я поднесла Стампи, култышку, поближе к кустам. Слеток неуверенно вспорхнул, полез было в колючий лабиринт, но тут же потерял равновесие и повис на единственной лапке, беспомощно болтаясь вниз головой. Я пришла на выручку Стампи, и меня поразило, что он принял мою помощь как нечто само собой разумеющееся. Когда я положила птенца обратно на траву, мать уже улетела. Я немного подождала, не вернется ли она, но, как видно, она отказалась от своего птенчика. Тогда я решила попытать счастье и покормить голодную пичугу бананом. Это ей очень понравилось, и она с жадностью хватала кусочки прямо у меня из рук. Вечером птенец снова сидел в картонной коробке возле моей кровати, и я видела, как энергично он расклевывает очередной банан. Значит, можно радоваться. По крайней мере, Стампи не угрожает голодная смерть. На другое утро он отправился прямиком к кустам, откуда слышался крик его матери. Отныне так и повелось. Мать взяла на себя проформ младенца, а мне предоставлялось спасать его, когда я замечала, что он снова болтается на ветке вниз головой. Так мы вместе заботились о Стампе несколько дней. А на ночь я уносила птенца в дом. Но на 4-е утро он на моих глазах взлетел ввысь, на тамариндовое дерево, и прекрасно устроился там, опираясь на одну лапку. Днем, увидев, что он с матерью куда-то летит, я почувствовал себя счастливой. Теперь у маленького Стампи достаточно сил, чтобы бороться за жизнь. Но вовсе не так удачно сошло мое знакомство с крохотными, не больше булавочной головки, насекомыми, которые внезапно напали на мой лагерь. Они не жалили, не кусались, но покрыли толстым слоем всю растительность вдоль речки и слопали все до последнего листочка, до последней травинки. Даже великолепные тамаринды превратились в объеденные скелеты. Когда мы проходили под деревьями, казалось, что идет снег. Клей сыпались на голову, застревали в волосах, лезли в глаза, забивали в пишущую машинку и фотоаппараты и отвратительно пахли, если их раздавишь. И мы, несмотря на привычку постоянно находиться на свежем воздухе, превратились в затворников в своих хижинах из пальмовых стволов. Для всех дел нам оставалось только раннее утро и конец дня, когда эти зловонные существа были менее активны. В Кении не так уж часто случаются вспышки размножения этих насекомых, но меня предупреждали, что их нашествие может продлиться и 3 месяца кряду, если не обработать растения инсектицидами. Мне вовсе не хотелось травить птиц и безобидных насекомых вместе с вредителями, и я решила примириться с этой напастью в надежде, что они утонут после первого же дождя. Дома у Мэри назревал какой-то кризис, и она решила вернуться обратно в Штаты. Через несколько дней мы должны были расстаться. Положение складывалось неважное, ведь и мне пора было собираться в Лондон. А до тех пор, пока не отыщется новый помощник, я решила как можно полнее использовать возможность остаться наедине с гепардами,
и опять провела с ними целый день. Малышам было уже 9,5 месяцев, а десны у них все еще кровоточили. Очевидно, от того, что постоянные зубы не прорезались окончательно. Должно быть, поэтому Пиппа не разрешила им вместе с ней охотиться на газели Гранта. Они дрожали от возбуждения, но все же удерживались и сидели, не двигаясь. Но тут вдруг Тайни сорвался с места и испортил всю охоту. Во время полуденного отдыха все молодые, кроме Тайни, вместе с Пиппой по очереди стояли на часах. А Тайни даже головы не поднимал. Он примостился поближе к бигбою и смотрел вокруг большими ласковыми глазами, в полной уверенности, что все спокойно. Ему больше нравилось хватать Томбу за хвост, когда она проходила мимо. А она расхаживала взад-вперед, охраняя свою семью, и подмечала малейшие движения в окрестностях прищуренными строгими глазами, крепко сжав губы. Конечно, Пиппа была все время начеку. Через несколько дней Пиппа снова привела молодых в наш лагерь. 2 суток они где-то пропадали и ужасно изголодались. Хорошо, что я с утра послала за козой, и теперь попросила своих помощников убить ее внутри хижины, прежде чем Пиппа до нее доберется. Я и не знала, что хижина уже была битком набита. Там сидела жена Локаля с сестрой и его младший ребенок. Локаль прятал их там с самого утра. Так что, когда козу впихнули в хижину, ее немедленно приветствовали возмущенные вопли женщин, а коза ответила им отчаянным блеянием. Заслышав шум, молодые гепарды стали, сломя голову, носиться вокруг хижины, а Пиппа попыталась вскочить на крышу, но только сдернула часть пальмовых листьев, которые ее покрывали. Все это привело к тому, что безумные крики внутри хижины стали душераздирающими, а Локаль старался перекричать весь этот бедлам и вопил снаружи, чтобы успокоить свое перепуганное семейство. Я от души посмеялась, тем более что Локаль прекрасно знал, что ему строго-настрого запрещено приводить сюда своих домашних, и никакие внушения не могли подействовать на него лучше, чем этот переполох. Потом я как следует отчитала его за то, что он приволок сюда чуть ли не всю свою родню, и приказала сию же минуту отправить их домой. В конце концов ему удалось отвлечь гепардов, и козью тушу без приключений перенесли в тихое место, где они спокойно могли ее съесть. Наевшись, гепарды пошли за речку по дереву мостику. Сомба, как всегда, прихватила с собой порядочную кость. Пытаясь взять ее поудобнее, она уронила кость в воду. Ошеломленная, она смотрела вслед исчезнувшей кости, а потом понеслась вниз по течению и стала проделывать на берегу разлившейся речки самые рискованные акробатические трюки, пытаясь выловить пропавшую драгоценность. 2 раза она возвращалась на мостик и, наклоняясь то так, то эдак, пыталась рассмотреть косточку, но в конце концов ей пришлось смириться с потерей. Уже несколько дней, как начались дожди, и небо везде, куда ни глянь, угрожающе чернело. В эту ночь дождь лил, не переставая, с 9 часов вечера до рассвета. К утру дерево-мостик наполовину скрылось под водой. Когда рассвело, я увидела, что гепарды осторожно перебираются по дереву на наш берег, чтобы получить остатки козы. Я думала, что они останутся на нашей стороне, иначе их отрежут от источника пропитания. Но как только они поели, Пиппа увела молодых за реку на равнину Гамбо. К полудню вода в речке спала, а дороги подсохли, так что опять можно было ездить на машине. Через некоторое время в лагерь приехал Джон Баксендейл. Он привез моего нового помощника, Бена. Я познакомилась с ним не так давно. Он приезжал в заповедник со своими родителями. Они попросили меня помочь юному Бену устроиться на некоторое время в заповеднике. Он хотел жить в зарослях и наблюдать за птицами. Я решила, что он вполне сможет совмещать это занятие с той работой, которую нужно будет делать у меня, и предложила ему место помощника. Приступить к работе Бен мог немедленно. Как гражданину Кении ему не требовалось разрешения на работу. Джон съездил за ним на ферму за несколько сотен миль от заповедника. Пока мы болтали,
Гепарды снова пришли в лагерь. Пиппа придирчиво осмотрела незнакомца. Немного спустя она разрешила ему погладить себя. Чтобы окончательно испытать его, она подержала в зубах его руку и, убедившись таким образом, что Бен свой, позвала детей. «Пр-пр-пр!» Меня очень обрадовал такой дружеский прием. У нас оставалось всего неделя, чтобы дать возможность Бену и гепардам освоиться друг с другом. Гепарды, как ни в чем не бывало, резвились возле нас около часа. А потом Пиппа повела их по дереву-мостику. Дойдя как раз до середины, она уселась на тонком стволе, не давая прохода молодым. Они то подталкивали ее, то напирали, а она не думала уступать. По стволу можно было пройти только гуськом, и молодым гепардам пришлось по очереди проделать множество хорошо рассчитанных трюков, как гимнастам под куполом цирка, чтобы перелезть через собственную маму и при этом не поскользнуться и не свалиться с мостика в воду. И только когда все неблагополучно перебрались через нее, Пиппа сошла со своего опасного места и пошла за детьми на противоположный берег. Я никак не могла понять, зачем ей понадобилось становиться поперек дороги своим детям на таком узком мостике. Возможно, она хотела приучить их как можно лучше рассчитывать свои движения. На следующее утро Лакаль нашел семейство под акацией добычи. Они пришли за ним в лагерь. Но я не хотела, чтобы молодые животные привыкали к человеческому жилью, и поэтому мы заманили их с помощью мяса обратно на равнину Гамбо и там накормили. Судя по всему, гепарды признали Бена. Но только не Сомба. Она припадала к земле и пыталась ударить его каждый раз, когда ей казалось, что он забывает свое место. Чтобы не терять времени, нам оставалось пробыть вместе всего несколько дней. Мы снова вернулись с гепардом около 5 часов. Они были на старом месте. Потом мы все прошли около мили, и тут нам на глаза попались несколько зебр Грейди. Они паслись вместе со стадом водяных козлов, в котором были 2 маленьких детеныша. Как только Пиппа начала к ним подкрадываться, мы постарались уйти подальше и сделали огромный крюк, чтобы не помешать охоте. Прорываясь сквозь колючие заросли, мы добрались до лагеря уже затемно. И что же? Гепарды уже сидели там и поджидали нас. Мы чувствовали себя полными идиотами. Я дала молодым молока, надеясь, что Пиппа поймет намек и отправится за добычей. Вскоре все они скрылись в ночной темноте. Я твердо решила заставить Пиппу охотиться. Но она столь же твердо решила добывать пищу в нашем лагере, и с рассветом была тут как тут. И снова мы потащили мясо за реку на равнину Гамбо, где и оставили гепардов за едой. Но наше торжество длилось недолго. Сразу же после полудня гепарды снова пожаловали в лагерь. Теперь это стало азартной игрой, кто из нас упрямее, Пиппа или я. И вот мы снова отправились все вместе, чтобы предоставить Пиппе возможность попытать счастье. Стадо зебр и водяных козлов все еще паслось на том же месте, что и вчера. По какой-то неизвестной причине молодые оставались сзади ярдов в 600, пока Пиппа подкрадывалась с детенышем антилоп. К одному из них она подобралась совсем близко. Она все еще продолжала выслеживать добычу, но стало темно, и мы ничего больше не видели. Очевидно, Пиппа так и не добралась до детеныша, потому что на следующее утро голодное семейство опять пришло в лагерь. Я была в отчаянии. Ну что я могу поделать с этой новой привычкой являться в лагерь как в столовую, а ведь почти 10 месяцев Пиппа нарочно сюда не заходила. Решив настоять на своем, мы опять понесли мясо на равнину Гамбо, но Пиппа упрямо засела в лагере. До моего отъезда в Лондон оставалось всего 4 дня, и мне хотелось оставить по себе хорошую память, так что я сдалась и накормила гепардов в лагере. Пиппа выиграла. После этого гепарды прошли полмили по дороге к куче гравия. Это был идеальный наблюдательный пункт и отличное место для игр в прохладное время дня. Пока молодые веселились, скатываясь по скользящему гравию, Пиппа отдыхала ярдах в 300 от них. После 5
Мы вернулись и застали гепардов там же, где они оставались утром. Все разлеглись на вершине кучи, которая успела уже зарасти пентонизией. Какое это было великолепное зрелище! Золотые гепарды на фоне ярко-синего неба в окружении небесно-голубых цветов. Я не могла бороться с искушением, подошла к ним и стала гладить Пиппу. Малыши тоже ласкались друг к другу и к матери, а ко мне отнеслись как к законному члену семьи. Потом я сделала множество снимков и со стесненным сердцем стала рисовать Пиппу. Я боялась, что мне долго-долго не придется больше делать портреты моих четвероногих друзей. Я все никак не могла оторваться от них, пока совсем не стемнело. Пора было идти домой. Почти у самого лагеря я почувствовала, как Пиппа потерлась о мое колено. Она шла за нами, одна. Мы немного подождали молодых, потом вернулись в кучу гравия и стали их искать, но на мой зов никто не откликнулся. Пиппа нерешительно бродила кругом в полном молчании, а потом скрылась в темноте. Хотя мы были всего в полумиле от лагеря, все-таки нас удивило, что она бросила детей одних в темноте. Они все же были слишком малы для этого. Но до утра мы ничего не могли предпринять, а с рассветом снова вышли на поиски. Мы разыскали гепардов на расстоянии мили вверх по речке. Все они были очень голодны. Моросил дождь, и Сомби не понравился мой новый плащ. Конечно, она тут же на меня бросилась. Но когда я сняла плащ, она занялась едой и долго старалась вырвать у Пиппы кусок мяса, припав к земле и свирепо рыча. Разумеется, Пиппе ничего не стоило поставить ее на место, но, видимо, она таким образом приучала детей защищать свою добычу. Несколько дней подряд Пиппа приводила детей в лагерь, хотя я не жалела сил, чтобы кормить их вне его. И в последнее утро, которое нам оставалось провести вместе, 10 мая, они всей компанией явились в лагерь на рассвете, а нам порядком досталось. Попробуйте-ка тащить козью тушу через реку, когда гепарды все как один пляшут вокруг. Наконец мы добрались до акации добычи и дали им поесть. Все шло как обычно, но мне на этот раз было очень грустно. Я знала, что уезжаю не меньше, чем на 3 месяца. Не мудрено, что у меня болело сердце. Когда семейство покончило с едой, мы пошли все вместе к небольшому лесочку, и вскоре гепарды скрылись в его густой тени. Отстала только Сомба. Она копалась дольше всех, подбирая остатки мяса, и теперь потерялась. Взобравшись на поваленное дерево, она звала своих резкими криками, которые я записала на пленку. Потом она спрыгнула и понеслась прочь к своей семье. Мне было очень больно расставаться с гепардами, хотя я знала, что Бен не пожалеет силы, не бросит моих друзей, а они уже удивительно быстро признали его. Мы договорились, что он будет 2 раза в неделю посылать мне подробные отчеты. Я оставила ему побольше денег, чтобы ему самому хватило на еду, и можно было постоянно покупать коз. Дала ему адреса 2 ветеринаров, на тот случай, если одного из них не удастся вызвать. Я оставляла ему и свой лендровер. Локаль со Стэнли должны были помогать Бену кормить гепардов, а повару была поручена вся работа по лагерю. И вот, уповая на лучшее, я отправилась в Лондон.